Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Давай, давай, пошли! Каждую игру готовим что-нибудь новенькое, интересненькое. Стараюсь не пропускать ни одной игры. Я остаюсь без эмоций, потому что все мои эмоции остаются здесь. И мы заразились этой игрой замечательной. А первые эмоции, вот эта вся, весь вайб, он просто передался. Это просто круто. Это средство самовыражения, это средство для отдыха. Все зависит от болельщиков. Сегодня будет громко и звонко. Адреналин, заряжаешься энергией, всякое такое. Это клево. Серия международных турниров ITF возвращается в Казахстан. С 27 февраля по 12 марта состоятся турниры ITF-40 и ITF-60. Восходящие звезды женского тенниса вновь сразятся на кортах столицы. Город Астана, национальный теннисный центр «Билайн-Арена». Вход свободный. Смотрите трансляцию на телеканалах «Каспорт» и «Инспорт», а также на сайте ktf.kz. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать в замечательном и чудном городе Петропавловске на арене Александра Винокурова, где, к вашему вниманию, пройдет четвертое противостояние между командами Сарыарка и Кулагер. 3-0 в пользу карагандинской команды. Вчера прошла уже первая встреча на домашней арене Кулагера. Со счета 0-2 не получилось петропавловской команде отыграться. Что можно сказать по игре? Статистика, конечно же, говорит о том, что Сарыарка готова к плей-офф. Единственное, что петропавловский коллектив не был готов к такому натиску. Показали это первые две игры, где очень много было силовой борьбы. Очень многое было на кон поставлено, но задачами пока Петропавловск не справляется. Кулагер, конечно, несет потери. 7 ключевых игроков у Кулагера на данный момент травмированы. Ну и с чем приходится, с тем работаем. Значит, по вчерашней встрече вам показывают коллективы команд, состав Сарыарки, состав Кулагера на сегодняшнюю встречу. Мы немножко пробежимся. В Сарыарке есть изменения. В воротах сегодня будет 90-й номер Денис Каратаев. Замена вратаря Артем Микушин вчера отстоял. Неплохая игра была у Артема. Свои эпизоды он взял, несмотря на то, что 4 шайбы пропустил. Но победа во вчерашней встрече Сарыарки со счетом 8-4. Я считаю, заслуженная победа.
не хватило немного Кулагиру физической формы. Состава, конечно же, не хватало. Стартовое звено у Сарырки сегодня. Кирилл Беляев, 19 номер, Егор Анисимов, 25 номер и Эрик Алдабергенов, номер 7. Эдгар Сиксна, капитан команды, номер 3, старожила клуба. И Виталий Шульга сегодня был поднят в первое звено. Мы видим, как Сарырка разминается, готовится к встрече, готовится ко второму противостоянию здесь против Кулагера на их домашней арене. Были очень такие эпизоды в конце игры, когда очень долго судьи просматривали момент, там момент падения, контакт с вратарем Дмитрием Хозяшевым Даниэль Саяна. И не было решения там в пользу Сарырки на удаление. Был еще длительный просмотр силового в начале игры по поводу Подшиндялова Артема. Тоже выбыл ведущий игрок команды Кулагер. К сожалению, Кулагер на данный момент потерял большое количество ключевых игроков, но на эту игру выставляет полный коллектив, все четыре звена. Чуть позже мы пробежимся. Кешар, құрметті жанкүйерлер, я алдарыңызда Денис Каратаев. Бүгінгі бірінші нөмірмен тұрып атыр бізде Сарырка командасының қақпасында. Я статистикасы жоқ бізде. Я бірінші ойын тұрған шығар. Бұл қақпашы және де Данил Кадышников бүгін Петропавлдық командасының қақпасын қорғайды. Ол да бізде плей-оффта бізде бірінші ойын тұрып атыр. Оның алдында үш ойынды Сарырка командасымен Дмитрий Хозяшев тұрған. Макар Ваулин, беделді қорғаушы, ойында 5 ассист жинаған. Осындай жетістіктер. Ал Кулагер сапында бізде сегодня представляю, Алексей, да. Алексей Рыжих бізде. Защитника Алексея Рыжих, у него 1 ассист. Вот таким образом выбыл, конечно же, Егор Наместников. Нету и Данила Васильева. Васильев жок. Захар Пархоменко сегодня лидер нападения в составе команды СРРК. Его отмечают. 97 номер. 3 гола. 3 ассистентских передачи. 6 очков за 3 встречи в рамках плей-офф. Кирилл Старцев. Я шассист. Барнша Ослай. Шупажина Уотер. Бізде екінші орында. Кешегі ойыннан кейін бізде Волков тұрған шығар. Кеше дубль жасаған. Жалпы осылай ұпай санынан. Бізде Артем Подшиндялов, бізде команда лидері. Бізде плей-офф гонкасынан түсіп қалды. Және де тағы да бір, қанша бір 5-6 ойыншы бар. Да, сегодня Артем не поможет своей команде. Я кеше трибунада ойынды бітірген. Осындай бізде болайын деп жатыр ойын. 3-0 бізде. Плей-оффта кешегі ойын бізде үлкен есеппен аяқталды. 8-4 есебімен Сарырка командасы қатарына 3-ші жеңіс ұтып алды өздеріне. Және де бүгін Сарырка жеңіске жетсе, я онда бітеді сезон бізде Кулагер жанкүйерлеріне және де ойыншыларына. Осылайша. Ну и судейский коллектив на сегодняшнюю встречу без изменений. Михаил Ступак, да, и Владимир Суслов – это главные арбитры, обслуживающие сегодняшнюю встречу, и лайцманы. Я лайцман Дербезде, Нурлан Алпыспаев, пен Роман Воронин. Все готово, все готово. Кешегі ойында төрешілер берді енді ойнауға. Шыны керек болса, әдем күштік әдістер, және тығыз ойын, өзі қаншама күрес көрдік. Бәрі дұрыс енді. Ол бұл плей-офф, мында бәрін характерін, мінезін бәрін көрсетіп, жұдырықтарын қысып, жеңіске ұмтылу керек. Ну, характер плей-офф, конечно же, нам всем известен. Здесь уже играют на полные ставки. Никто не откладывает свое здоровье в копилку и желание проявить себя. Поэтому видны сразу потери, физическая форма перед плей-офф, к сожалению, у Кулагера немножко хромало, это проявило себя
А Сарай РК, конечно, обладает более мощным коллективом, составом, где Питер Искудра может делать всяческие нюансы с изменением состава. И я не думаю, что Сарай РК сможет испытывать какие-то сложности по поводу коллектива. Я Сарай РК команда Сапна Гарасан, Бугун Сергей Твердохлебов жок. Сап так еще ойн гашкан. Эндиком тогда Гофман, Бугун тогда. Сарай РК команда Снанджок. Сарай РК появилась на площадке, и сейчас Кулагер высыпается на лед. Полная боевая готовность. Отступать уже некуда. Счет серии 0-3. Здесь на домашней арене, конечно же, нам, зрителям и болельщикам Кулагера хотелось бы, чтобы Кулагер одержал победу и продлил серию. Как будет, мы с вами будем сегодня свидетелями. Давайте прослушаем государственный гимн. Прозвучал государственный гимн, и все готово к встрече. Капитаны подъезжают к арбитрам. Илья Ахметов вчера был в заявке, был на скамейке, но не выходил на площадку. Я подозреваю, что старая травма Ильи Ахметова не дает ему возможности играть. Я Аркасмин, Клиншилхтар Бар. Энди, Сарай РК команда с бастапка Бестега, Кирилл Беляев. Бірінші бестікке көшкен болған Анисимов, Алдабергенов, Сиксна Шульга. Осындай бастапқы бестік. Әнде Петер Искудра, Роман Козлов, Сергей Шепетюк және Дмитрий Головюк. Осындай бапкерлер сапа. Ну и стартовое звено команды Кулагер. Здесь Кузнецов, Рыжий, Старцев, Закарлюкин, Попов. Ну, Попова поставили за место Паншиндялова. Стартовое звено вчера в первом звене отыграл Камбулов Илья. Он вчера, кстати, отличился заброшенной шайбой. Ну и Владимир Иванович Копыловский. Его нам показывают спину. И Анатолий Евгеньевич Васильев. Два тренера у команды Кулагер. Плюс еще Ян Синкевич бар бізде. Как пошла бапкеры. Закарлюкин, Анисимов на точке вбрасывания. Выигранное вбрасывание сегодня за Сарай РК. Вчера в этом вбрасывании традиционно выиграл Кулагер, но это, к сожалению, не помогло хозяевам площадки выиграть встречу. Кузнецов через борт выходит из-под прессинга, и здесь Старцев в борьбе теряет клюшку, ломается она пополам, вынужден уйти на преждевременную смену. Темп высокий вчера был, однозначно плей-офф выглядит на хорошем уровне. Владимир Волков вчера отличился двумя заброшенными шайбами. Разродился, так сказать. В течение сезона Владимир Волков на моей памяти забивал не так много. Силовой прием Волкова. Пархоменко, по-моему, оказывается на льду. Борьба за шайбу в зоне Кулагера. Ну, высокий прессинг карагандинцев заставляет Кулагер принимать быстрые решения. Хорошая борьба. Сарай РК завладела шайбой. Сейчас выход из своей зоны. Агиенко вводит шайбу в зону соперника. Бросок. Ну, такой несложный для Данила Кадочникова. Да, сегодня в воротах Данил Кадочников и Всеволод Риттингер, номер 30, замена вратаря. 90-й находится сейчас в воротах. Чистый силовой прием нам показывают. Захар Пархоменко оказался на льду.
Саян Даниар на точке вбрасывания. Противостоит ему Евгений Гасников. Выигранное вбрасывание карагандинцами. Не удается сохранить шайбу в зоне Холькину. И контратак. Своеволен свою скорость проявляет. Своеволен, а ворота сдвинуты. Здесь не было касания игроков. Похоже, Денис Каратаев двигает ворота и, возможно, будет удаление. Посмотрим на решение арбитров. Ну да, здесь не было контакта с игроками. Ну, все на усмотрение арбитров. Роман Воронин установил ворота на место, проверил, все ли в порядке. Демина нам показывают. Руслан Демин, номер 61. Сегодня в третьем звене. Третье звено на площадке. Саян Даниар. Гасников выигрывает. И быстрый бросок Камбулова. Да, Камбулов вчера отличился броском в касание. Старцев. Кирилл отгрузил на него хорошую передачу. 2-1. Результативная атака была в СРРке. Александр своеволен. Не раз его отмечал. Его скорости прыть. Нападающий, который старается играть физически. Гасников проигрывает вбрасывание. Теперь уже Чапорову. Ну и четвертое звено СРРки на площадке. Не удается им уйти в атаку. Снова своеволен с шайбой. Уходит от приема Чапорова. Подбор шайбы. Анохин, по-моему, был. Вперед отправляет своих нападающих. Здесь сразу встречает их Рыжих. Борьба за шайбу. Снова Сарельке не удается зацепиться. Быстрый вход. И потеря шайбы. Да, сейчас с первых минут, конечно же, будет борьба за инициативу. Сарелька в излюбленной себе манере мчится вперед. Стараются все на скорости сделать. Анисимов теряет шайбу в борьбе. Алдабергенов очень проявляет себя хорошо. Последние... Ох, мне хак потор на Тиотерказер. Борьба на Сарарка. И шайба. Айда, шайба как пода. Да, я как только что отметил Алдабергенова, что он очень хорош, очень скоростной нападающий. Хорошее приобретение Сарарки. Ну и вот же первая шайба в сегодняшней встрече за 7-м номером команды СРРК. Совсем немного понадобилось времени. Жень, второй выход. Да, плей-офф, да, бренджу пазина вотер. Эрик Алдабергенов, тогда бред курик мне. Перекладина здесь тоже очень хороший бросок был. По-моему, Шульга зарядил в перекладину. Ну и здесь самым расторопным на пятаке оказался Эрик Алдабергенов. Я Женя Дикоргаушлар, Муткпитта, Артага Турган. Шабулшга, Джитнши Нумрдига. Женя Дииси Башилда Багангоинда, Бердин Ольсар Аркалда. Ханша Кирикполда, Екжар Минут Кирикполда, Рагандлух Тарга. Есепте алға шығуға. Міне асыра лақтырыз. Барынша енді жылдамдықтар бір кішкене түсіп кетті бізде. Екінші ойын болғасын. Тағы да бір бағдарлап көрейік. Иә, бұл жерде тістап кетті енді. Штайгерде, Рибаконовта. Потеряли защитники, да, откровенно потеряли сейчас в пылу борьбы. Эрика Алдабергенова. Все искали шайбу. Нашел ее 7-й номер команды СРРК. Курия. Казар. Ой, басталгасын. Кадышников кадин. Шайба. Жет отыр. Ну вот он. Вот он. Единственный болельщик СРРК. Вчера присутствовал на матче. И сегодня поддерживает свой коллектив. Ну вот так вот в будний день приехать... Дорогого стоит в наше время. Шайба, шайба, казыр, я амуниция, да, калвотер, казыр. Кулагер ончисын, да, енді. Шығарвотер шайбаны. Пока приходится только выводить шайбу верхом, уходить из-под прессинга. Но СРРК быстро, быстро снова в зону входит. Приходится Кадочникову из ворот выходить и подключаться к выводу шайбы вместе со своим коллективом. Шин, неплохая передача. Федоров наброс на подставление Демину, да. Здесь уже щитком хорошо сыграл Кадочников.
Очень хорошо накруживает сейчас РРК. Бросок, шина. Ну, здесь как смог Александр, так и бросил. Очень опытный Александр Шин вчера отметился хит-триком. Да, это тоже одно из самых Петер важных. Скудра, да, это бета. Приобретение. Нахта, да? Команды. Я торпеда команда, да. Это буколь карьера с Нергурсеткенин, да. Настоящий старожила, тоже клуба своего был в свое время. Теперь уже с РРКой мчится вперед и к золоту. Жоқ, Шин кесе голдардан басқа қанша бізде Саян Даниярға нәтижелі пастар берген. Жалпы жақсы көрінді. Вот Владислав Сайко, кстати, тоже вчера отличился двумя заброшенными шайбами. Евгений Лызин, атака 2. Вадим у Волкова есть возможность. Но не стал делиться сейчас Лызин. Шайба не прижата. Такой курьезный момент. Вскрикивают трибуны. Но Владимир Суслов, разводя руками, объявляет о том, что свисток-то был. Конечно, свисток. Конечно, легенд все сделал. Здесь не нужно уметь читать по губам, все видно. Все эмоции Владимира Суслова. Свисток. Вот он был свисток. После этого валивается шайба. Булжердеенда. Ким? Лызин, Волков, Пылаев. Как поговорится, Казар. Если Денис Турги был сюда. Помнится, в прошлом году мы выясняли у Дениса Каратаева на шлему. Снизу мне казалось, что это KO написано. А это, оказывается, Денис Каратаев. Две буквы. Фамилия, имя. Ну, Кулагер сейчас старается зацепиться за атаку в зоне соперника. Сикс на пути. У Евгения Лызина оказывается, мчится вперед Анисимов. Неплохой сброс на Алдабергенова, на защитника. И Сиксна мощно заряжает. Шайба. Сиксна, Женеде, гол! Казар я, он и Игнан. Или бас намба, казар. Шайба как пара барвотер. Сикснан соқсы сондай. Настолько быстрый выстрел, что у меня даже не хватило внимания заметить, что шайба в воротах. И капитан команды забрасывает вторую шайбу. Это третье очко Эдгарса Сикста. Ну, посмотрите, какая комбинация. На первый взгляд казалось, что шайба вылетела в заградительное стекло. Ух. Нет, она вышла из ворот, да. И шикарнейший бросок, конечно. Кадап достаты, казар, был шайбана. А, был жерде енді Кадышников, не меня айтып атыр десем, был жерде мұз стружкасын бұру нет же, да. Будет ли просмотр тоқтағанда, да, эпизода? Шашып жерді, да, содан айтып отыр. Я мне казар түсіндіріп жатыр Степановқа мне. Казар бізге режиссер тағында бір қайталау берет. Алдабергенов пас, Сиксна. Я был жерде тоқтағанда казар. Интересный момент. Басқа камерадан көрсек. Есть. Я был жерде. Но здесь. Был жерде енді өзінің қорғаушысы казар тоқтатып. Әрине, сондай казар. Осындай. Салқын душтан кейін шайбын ұстауға қиын енді. Защитника. Я думаю, что здесь, если тренерский запрос, то будет удаление, да, в коллективе Кулагера. Объявили тренерский запрос? Ну вот я не знаю, здесь не увидели мы. Ну и приступаем вновь к видеопросмотру. Вчера неоднократно арбитры. Ну и вспоминая встречи в Караганде, очень много было просмотров заброшенных шайб на, так сказать, на точность оцененных моментов судьями, и везде было подтверждение. Лучше перестраховаться, конечно, если решение на просмотр со стороны судейской бригады, но здесь, как объявляют, тренерский запрос команды Кулагер. Мында қызықты енді қазір. Өзінің қорғаушысы. Да, шайба засчитана. Глеб Штайгер поднял стружку в лицо своему голкиперу. Это не является нарушением каким-либо, не было помехи. И штрафная калитка открыта для хоккеистов
Улагера. 2 минуты поехал Илья Камбулов отбывать. Ну, вот так вот. Заброшенная шайба капитана команды СРРКИ. Счет 2-0. Начало первого периода. И большинство СРРКИ грядет. Егор Наместников. То вынужден только наблюдать с трибуны. Егор Наместников в начале сезона получил травму. Восстанавливался около месяца, потом вернулся и... Не сказать, что он был в хорошей физической форме, но вот в первых играх с РРКой выбыл. Теперь уже до конца сезона основательно. Пожелаем здоровья, конечно. Самое главное для профессионалов это, чтобы без травм, ну, не обходится. Хоккей без физических контактов и тем более плей-офф берет на себя очень много. С РРК пока вокруг... Да около и не смогли зацепиться. Первая бригада большинства за позиционную атаку в зоне соперника. Шина. Алдабергенов без конца. Екупайжи на отр. Скоржен на. Слайша конца. Бисмин Шинде. Федоров. Федоров. Ну, Злобин, Злобин на пятаке, да? Сиксна, Федоров, Саян Данияр, добивание Алдабергенова. Злобин по-прежнему дежурит на пятаке, Сиксна, Алдабергенов на подставление. Хороший момент, не смог Данияр переправить шайбу в ворота. Была возможность забросить третью шайбу, Сиксна. Я знаю, какие есть у Сиксна коронные движения. Я думаю, сейчас он покажет. Небольшой. Нет, все-таки старается играть на коллектив. Сиксна уже забросил, отметился заброшенной шайбой. Данияр. Бросок. Алдабергенов будет на подборе первый. Держится Кулагер сейчас, но... Эта бригада большинства намного увереннее выглядит. Ух, хорошо подрезал сейчас Илья Рыжий передачу. Я Арту Крамда Петери Скудра Курвотер Маскиши. Злобин, да. Шарвотер, Казер. Бүкіл лидерлермен бірге өзі жалпы Данияр. Алдабергенов өзі аралас. Бестік. Это проброс. Я тол құрамда ойнаватыр Кулагер. Және асыран ақтырыс. Евгений Гасников. Алдарыңызды. Сезонның ортасында қосылды бізде. Петропавлдық сапқа. Ну, тоже одно из самых хороших приобретений для Кулагера, я думаю, в последние часы перед выходом в плей-офф. Евгений Гасников. Чуть раньше пришел. Ну да, ну сам Евгений. Прям вот успел. Успел на поезд. Не получается бросок у защитников. Это Холькин Игнат. Камбулов. Хороший перехват в средней зоне. Неплохая улиточка и передача немножко неточно на Гасникова. Демин на подборе. Демин правым флангом. Анисимов в центре. На Анисимова в коньке получается передача. Ну и за шайбу сейчас снова борются. Камбулов перевод на Своеволина. Своеволин. Своеволин. Казарвиза. Иван Казаченко. Да. Заявка до Хослуотер. Еще Болганжук. Индабуган. 1-2-1. Шапарев. Бросок и Гадочников позицию свою выбрал удачно. Все, что мог, сейчас сделал Герман и покупил на смену. У нас коммерческая пауза, давайте немного передохнем. Ораламыз Александр Винокуров спорт сарайына. Есеп 2-0. Қонақтар алда. Данияр на точке бросания против Алексея Закарлюкина. Алеш Закарлюкин вчера просто в огне был. Был везде просто. Енді өз лидерлік қасиеттерін көрсеткен. Кеше ол енді керек болды. Кеше өзі бірінші кезең қанша бізде 3-3 есебімен біткен.
Сейчас Волков, них гола. Курьезду гол мне, Старцев! Казыр. Кидерг Жасан, Жасан секунды, Казыр. Ну, посмотрите, Алмаз, как Харахаловичлары защищаются защитники. Вы смотрите, даже проигранный эпизод, и Старцев вроде бы идет в обыгрыш, и без нарушения, да? 74-й номер на комплекте. Егор Агиенко. Да. Без нарушения абсолютно мешает. Домик отправлял шайбу Старцев. Ну и Владимир Суслов дежурил возле этого эпизода. Выигранное вбрасывание, только шайба уходит из зоны. Ильяр же будет первый. Хороший прессинг такой, вдвоем сразу на него хоккеисты в желтой форме несутся. Лызин, неплохая передача. Старцев. Старцев по борту шайбу отправляет, но здесь уже Женя Лызин должен работать. Крылаев, Джох, Льгурген Джох, Енда Сарарка. Старцев только что гадится. Беляев, Беляев падает, теряет шайбу. Сиксна подстраховывает здесь партнеров. Я орнал асвалда. Сар форма даже гетер, Женя Дия, пол. Көтерілді төрешінің. Қайтыдан ашылып отыр. Айыпталған. Есік. Және де кім бізде? 17 номер. Да, вчера тоже. Қанша, Алексей Рибаконов. За выброс шайбы только вчера был первым удалением. Отбывал штраф. Сегодня Рибаконов за удар соперника плюшкой. Даниэр выигрывает нужное вбрасывание, но шайба выходит из зоны. Ну и вот со второй бригады теперь получается начинается Рарка. Да, да, Даниэр бар. Но они увереннее выглядели в своем большинстве. Волков отбрасывает шайбу. Выходит из ворот Каратаев. Подсказывает своим партнерам Ваулин. Запускает атаку через Пархоменко. Тот входит в зону сразу за ворота. Шайбу по борту посылает. Здесь снова Волков на пути большинства. Сарарки встает. Степанов. Виктор, а Саян Даниэр откуда? С Атпаевской школы же. Ну как, я система помню, Бориса. Братья, я помню братьев Даниэр. Они начинали с Астаны. С клуба. Еще когда Астана играла в про-хоккей лиги. Жоқ, жалпы, бітірген мектебі түлектері. Сиксна. Шайба есть 50 секунд. Алдабергенов. И вот первая бригада. Я думаю, Александр Шин. Нет, пока Александра Шина. На его место Сайко. Сиксна. Сиксна. Бросок Федорова. И шайба. Декозер Злобин. Дәлі қақпасының алдында жылжыта алмайсын енді бұл хоккейшіні өзі габаритті ойыншы. Подмечает, по-моему, сейчас Данил Кадочников для Владимира Суслова игру Злобина на пятаке. Жоқ-жоқ, бұл өткен эпизод тағы ана стружка туралы айтып отқан жер. Бетке көрсетіп. Закарлюкин против... Я так понимаю, Даниэр, да. Даниэр снова выиграет вбрасывание, но Сиксна. Шайба покидает зону соперника. Димал Лотерелли. Аншамбер, вот секунды, Халган Шар, Казер. Рыжий в падении. Алексей Рибаконовка. Закарлюкин, кайта дам. Жылдам дам курсит, Казер. Биг прессинг, пен Корган Ватер. 10 секунд. Да, и Макха Сарарка ойыншысы жәнде орналасып алды. Шығып отыр 5-ші ойынша. Я Холькин соққысы жәнде шығарып отыр шайбаны Алексей Рыжих. Былаев первый на шайбе после выброса его коллектива шайбы из своей зоны. Ну и тут СРРК тоже менялось, и не было возможности как-то коллективно выйти из своей зоны, тоже через заброс, и опять пошла борьба за инициативу, за шайбу. Кулагер перехватил, теперь снова контратака синих.
Пылаев ничего не придумал. Снова через вывод шайбы в среднюю зону. Демин под силовой прием попадает. Штайгер через борт. Аккуратно Лызина. И Лызин здесь первый на шайбе. Проброса нет. Лызин по борту, но не доходит шайба здесь. Агиенко прервал атаку. Контратака с Арарки. И вот Федоров с партнерами. Туречский аж глубоко закатывается в зону. В атаку. Защитники очень часто у Сарарки подключаются. Я, в принципе, вижу, что в коллективе Караганды нет защитников и нападающих. Все впятером играют в хоккей. Прям четко разделить их нельзя. Вот снова Двуресинский по левому флангу старался пройти в зону атаки. Гасников. Неудобно. Старается вывести из зоны. Да, крепко, конечно, Сарарка своим прессингом цепляется за шайбу в зоне соперника. И... коллективу из Петропавловска удается только отброситься. Штайгер мне енді. Шайбаға е болды. Попов. Попов Старцевке дейін пас жеткен жоқ. Қағып алды өзі Кирилл шайбаны. Закар Люкин. Старцевке енді шабылда болса да бос мұзға шықпай отыр. Міне қазір курьезді рикошет қазір Анисимовтан. Және де шайба қақпаған бір енді кішкене қалды. Круги. Попов, Закарлюкин, косу керек. Үлгермеді. Старцев. Анисимов, я шығарып отыр қазір. Оңғаптауға пас. Аусып жатыр Кузнецов. Кузнецов, Рыжих. Я құлагерде аусып жатыр. Волков. Аяғын косу керек. Жылдамдықпен кіріп отыр. Енді Лызин. Лызин өзі бүкіл ойын қазір. Бұрыш, тек қана бұрышта өтіп отыр. Ух, хороший наброс здесь на подставление. Пылаев дежурил, но не получилось у Артема достать клюшкой эту шайбу. И уже Демин с Пархоменко. Захар. И дача хорошая была на самом деле, но не успевал там Александр Шин. И защитник Лагера прервал и отправил своего партнера в контратаку. Лызин бросок. Дальнюю девятку не поднял выше плеча Каратаева. Денис очень хорошую позицию занял и минимизировал шанс заброшенной шайбы для Караганды. Даниэр, хорошая передача. Очень быстро мы с вами наблюдаем хоккей. И вот атаки из зоны в зону. Приятно наблюдать такой хоккей. Тут борьба на пятаке, но здесь не хватает еще одного желтого игрока. Своевольно шайбу вперед отправляет. Ой-ой-ой, я Илья Камбулов. Я тогда туришну кол кутюрлиде. Кім қатарына үшінші рет баратын шығар қазір. Владислав Сайко находится на льду. Посмотрим еще раз этот эпизод. Нам не так его явно было видно. Гасников, похоже, блокировка соперника. А я мен қағып жіберді. Ал бізде енді коммерциялық үзіліс. Демалайық. Осы камерадан көрейік. Тәртіп бұзған. Да, жерде енді бортқа итерген үшін бі? Не көрсетті төреші? Жоқ, ұстап қалған үшін. Блокировка үшін кетіп атыр қазір бізде. Евгений Гасников. Енді үшінші мүмкіндік. Сарыарқа командасында қазір есепті еселеуге. Беляев на точке вбрасывания. Первое. Житин храмда. Их шайба соғылды. Соңғы 6 минутын, 2 минутын құлагер ас храмда өткізеді. Көрек кіріп отыр.
Аймаққа Пархоменко. Екінші бригаданы шығарып отыр қазір. Петер Скудра. Нушин на своей позиции. Шапарев. Пархоменко. Көріп отыр енді бүкілін. Данил Кадочников. Енді шайбаны кеудесімен ұстап отыр. Естеріңізге сала кетейін, құрметті жанкүйерлер, Қазақстан хоккей федерациясының титулды демеушісі Пари Матч. Пари Матч ойнайтын олар жеңетін сен. Өз әріптесі үшін бұл жерде енді Гасников пен Денис Чапаров сөйлеуге келген. Пылаев поигрывает, да, выбрасывание. Зловин перевод, Алдабергенов. Алдабергенов, я сук беруге, да, мүмкіндік болды. Есть, есть еще время у Сарарки, но шайба покидает, покидает зону лагера. Сиксна, минута 10 еще. Ой, хорошая передача, Алдабергенов не переигрывает. Красавец в этом эпизоде Данил Кадочников. Спасает свои ворота и расставился. Расставился с карагандинский клуб Федоров. Білмеймін, жанкерлерге көрінді ма жоқ па, тренировкадағыдай ойнап отыр Эдгар Сиксна мен Эрик Алдабергенов. Өзі командаға енді плей-офтың алдында келседі, бір-бірін жақсы сезінді отқан көріп отырмыз. Я раскатқа шығып, көк жолаққа пас ұстаған болған. Міне, осында енді комбинациялық ойын өз әсерлерін береді енді ойынға. Кадочников справляется пока. Снова третья попытка уже Даниара бросить с вершины. Я как ромб, ромпинтер, да, Сарарха. Злобин снова на пятак уходит. Перевод. И Сиксна. Перевод на Алдабергенова. Неплохо очень двигаются. Снова на подставление на Даниара. Поднимает клюшку к 77-му номеру. Сиксна наброс. Время уходит. Кадочников прижимает шайбу. Одна секунда до выхода пятого полевого команды Кулагер. И заканчивается, заканчивается большинство. Неплохо. Три броска у этой бригады получилось. Хороших таких оперативных. Два из них нанес Эдгарс Сиксна. Ну и стоит отметить атаку, которую анонсировал Алмаз. Раскатка, домашняя заготовка, где Сиксна отправил Эрика Алдабергенова 1 в 0. Данилом Кадочником. Скоростной седьмой номер шел на обыгрыш голкипера петропавловского коллектива, но не удалось. Здесь больше, мне кажется, вопросов должно быть у Владимира Ивановича и у Анатолия Евгеньевича, потому что, ну, читаемая комбинация для профессионалов. В линию выстроились, да, хоккеисты Кулагера и не уследили за скоростным нападающим, но... Сработала, сработала домашняя заготовочка, но не принесла пока дивидендов. Слишком быстро 2-0 повели и... Кулагер сапында енді шабул бестіктерін айтамыз. Ой-ой-ой-ой-ой! Қапатора қазір я цуотер енді Кадочников сәтіне. Шапарев отгружает трубу, смотрим еще раз. В дальнюю от себя хороший бросок. Не успевает на него реагировать Кадочников. И... Обошлось все. Обошлось все для команды хозяев. Снова нужно бороться за вбрасывание. Пылаев на точке. Ну, Кадочников шайбу подобрал, как будто все по... так и должно быть по сценарию. Такой, опа, а я ждал. Пылаев ближний угол старается переиграть. Каратаева не удается у Пылаева. Выжил максимум сейчас 13 номер из этого эпизода. Волков в борьбе с хоккеистами Сарарки. Шайба покидает зону карагандинцев. И теперь нужно снова ее вводить. 3 минуты до конца первого периода. 2-0 в пользу лидеров. Кадрия Кукжулахта. Таза будет вот Сарарка. Бізде я Егор Агиенко өз аймағынан шабулды бастап Кадочниковтың қақпасына дейін жеткен болған. Яз бүгін Александр Шин көрінбей отыр бізде өз ойынымен.
Гасников и Артюстер Меншиглотер, Своеволин, Камбулов. Курик, Саян Данияр, Женя, Евгений Гасников на впереди. Жену отыр сарылқа, бірақ та бірінші болды. Лагер ойыншылары Своеволин. Своеволин! Козырья қақпашы қартып отыр менді. Каратаев. Армташа бұл. Хрипков. Қателесі отыр Хрипков. Және Шин. Бірақ қақпалына пас ешкінге жеткен жоқ. Своеволин. Енді қиын енді бұл жерде шабуылдатуға енді үш ойыншыға қарсы. Закар Люкин, көкжолаққа пас, Рыжих. Я ауыстырып отыр қазір Степановқа, және де Степанов енді дәл ортаға, бірақ та соққы болды енді. Ой-ой-ой, конечком там отдает передачу Закар Люкин. Ну и неплохая связка была между Рыжих и Степановым. Степанов наносил бросок по воротам Каратаева. Но пока так, издалека нащупывает Кулагер обстановку у ворот карагандинского клуба. Маловато этого сейчас для заброшенной шайбы. И снова высокий прессинг от карагандинцев заставляет Кулагер выкладываться. Выкладываться физически. Я думаю, это все-таки скажется по концовке игры. Ваулин шайбой. Неплохой перевод. Капитан команды Сарарки запускает своих нападающих. Быстрый вход в зону. Пархоменко здесь полез в центр. Не смог доставить до Беляева шайбу. Беляев сам ее подобрал на Пархоменко. Пархоменко сходу бросал. Не сумел подстроиться Захар под этот бросок. Было бы очень красиво и эффективно. Но там уже дело обстояло бы с Закадочниковым. Справился бы нет. Кузнецов. А так вообще схематично разыгрывает очень хорошо карагандинский клуб. На завершении просто великолепно играют карагандинцы. Это говорит уже две шайбы. Ну и Евгений Лызин выход и бросок. Каратаев здесь демонстрирует, что Женя отгрузил ему по ловушке клюшкой. Но без нарушений, как я понимаю, арбитры сушат свои руки. Смотрим еще раз. Волков. Хорошая передача. 99 на 88 и бросок. Справляется Каратаев. Под ловушку бросал Лызин. По-хоккейному хитро, но не смог переиграть голкипера Сарарки. А я напомню, что генеральным спонсором наших трансляций, этих самых ледяных баталий, является компания Parimatch. Parimatch является онлайн-букмекером номер один в Казахстане. Ну и Parimatch. Играют они, а побеждаешь ты. Вот сейчас Кулагер намного увереннее выглядит. Кстати, и звено Волкова и Лызина вчера тоже неплохо осуществляло свои комбинационные атаки. Злобин, контратак Сарарки. Злобин, большая пауза. Управляет шайбу по борту. Там Чапаров пытался за него зацепиться. Волков. Сайко. Мощный силовой прием против Волкова. Владимир Волков там на месте остался, где его прижали. Ну и 10 секунд. Я думаю, Володя Волков поддержит шайбу. Незачем тратить силы. И так их потрачено немало. 3 секунды и звучит сирена. Алмаз уже отправился минуту как с небольшим туда, чтобы, ну вот смотрим, Артем Подшиндялов подстреленный, выше сидит Хасенов, даже там сидел, в гости приехал понаблюдать за своим бывшим коллективом, ну и Данил Васильев. Алмаз отправился минуту с небольшим до конца первого периода поймать кого-нибудь из хоккеистов Сарарки. Возможно, это будет снова капитан команды, потому как не все желают дать флеш-интервью. Ну а мы с вами наблюдаем, как тренера Сарарки вперемешку с коллективом Кулагера покидают площадку, и болельщики тоже отправляются выпить чайку, передохнуть. У нас с вами тоже будет время. Сейчас только дождемся этого самого коронного флеш-интервью от Алмаза. Кто же из хоккеистов даст нам расшифровку первого периода? Алмаз готов, давайте прослушаем. Алмаз, вам слово.
Подводим итоги первого периода. С нами нападающий команды СРРК Эрик Алдабергенов. Ваши комментарии. Тяжелая, равная игра. В принципе, начали просто мы чуть быстрее, реализовали свои моменты. Все впереди еще, второй, третий. Не реализовано три большинства. Что скажете про это? Да, своими руками не забиваем. Очень много создали, но пустые ворота были моменты. Просто не забили, по хладнокровне надо будет. Сейчас исправим. Ну и вчера был, можно сказать, разгромный счет 8-4. Сегодня, как вы думаете, с какой разницей победите? Да я не могу предполагать, мы еще не победили. Еще первый период закончится 2-0, игра может по-разному пойти. Нам надо до конца играть и забивать свои моменты, и все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое Алмазу, спасибо Эрику Алдабергенову, автор заброшенной первой шайбы в этом противостоянии, вторая за Эдгарсом Сиксной. Ну и 2-0 в пользу СРРК после первого периода. Праздник, ледовые батареи на арене Александра Винокурова пока прерваны. 15 минут до второго периода, давайте передохнем. Матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Давай, пошли! Каждую игру готовим что-нибудь новенькое, интересненькое. Стараюсь не пропускать ни одной игры. Я остаюсь без эмоций, потому что все мои эмоции остаются здесь. И мы заразились этой игрой замечательной. А первые эмоции, вот эта вся... Весь вайб, он просто передался. Это просто круто. Это средство самовыражения, это средство для отдыха. Все зависит от болельщиков. Сегодня будет громко и звонко. Адреналин, заряжаешься энергией, всякое такое. Это клево. ITF сериясындағы халықаралық турнирлер Қазақстанға оралады. 27-ші ақпан мен 12-ші наурыз аралығында ITF 40 және ITF 60 турнирлері Астанада өтеді. Болашақ дене жұлдыздары Елорда корттарында жүлдеге шайқасады. Астана қаласы, Билайн Арена, ұлттық теннис орталығы, Кіреутегін. Трансляцияны Қазспорт және Инспорт телеарналарында, сондай-ақ KTF.kz сайтында қарай аласыздар. Біздің спортшылардың жан күйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған.
Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Возвращаемся на арену Александра Винокурова, где статистика первого периода к вашему вниманию переигрывает СРРК в два раза по броскам и в два раза на точке вбрасывания. Можно так это озвучить. И, ну и 6 минут, конечно же, штрафного времени сыграли свое, сыграли на пользу Карагандинского клуба. Ну и без этого СРРК две шайбы отгрузила в ворота Данила Кадочникова. Все идет своим чередом. Как не хотелось бы этого говорить. Охота, конечно, увидеть, вот как Кулагер последние две минуты прессинговал в зоне СРРК. Хотелось бы видеть такой хоккей, чтобы были шансы на победу сегодня у Кулагера. Списывать, конечно же, хозяев площадки мы ни в коем случае не будем. Я думаю, что зубы свои они покажут. Как лошади кусаются. Конечно. А лошади, если яблоко и сахара не дать, кусаются, ой-ой-ой. А если копытом легну, так вообще можно в воротах оказаться лежа на льду. Ну, тут главное, чтобы подкова не слетела. Ну и вперед. Даже такое может случиться, да? Подкова уже слетела, Подшинялов сидит, смотрит, хоккей. Подкова, да. Подковы до этого послетали уже. Подковы уже сколько? Лошадь вольная стала, Алмаз. Пять подков слетело уже, да. И, видимо, просто на карагандинском асфальте она скачет. Там и больно без подков. По углю. Ну, шутки шутками. Анисим автосерьезно настроен. Ну, Эрик Алдабергенов. Я уже поверил в победу СРРК сегодня, но мы слышали. Эрик еще не поверил. Мы слышали.
Ну, хорош, хорош. Проспект, у него глаза горят всегда. Болеешь за ребят, у которых есть шанс прострелить. Что говорить? Пообщался с Эриком вне эфира. Не с Алматы перешел он, оказывается, а с Торпедо. Ну вот, Эрик Алдабергенов. Немножко объясним. Точка вбрасывания, да. За Сарай Арко и Шульга с партнерами отправляет своих... с партнером своих защитников в атаку. Но здесь касание стекла было. Кузнецов не будет удален. Вчера два раза подряд. Кеше кімбізде Алексей Рибаконов. Көрсеткен қалай шайбын шығару керек екен. Шығармау керек екен. Соны көрсетті бізде. Закарлюкин мен Анисимов. Нүктеде я бірінші бестіктер аланда. Кузнецов. Қазір алға бейік бас. Әнде асыр адақтырсы жоқ. Ойнау керек. Беляев Лопатова. Семерка мимо ворот. Хороший наброс. Ваулин быстренько организовал бросок. Я был среди Федоров, это Шахбульгорода, да? Шапарев. Отличный момент имел. Штангу, правда, звон создал. Ну и серьезные лица и удручающий вид фан-клуба. Айс фанс. Вчера, несмотря на то, что счет уже был 8-4, веселились, куражились, поддерживали свой коллектив. Но на то они и болельщики ярые. Пархоменко, перевод на Ваулина. Ваулин своевременный наброс. Там работал на пятаке Федоров, но противостоял ему 17-й номер. Рибаконов дал возможность просмотреть этот бросок Данилу Каточникову. И правильно выбранная позиция голкипера Петропавловска. Шайба в ловушке. Уводит. Я Вауленьке казар турстоватор формас. Басту реше. Икона Джерси дан на локотника. Там корнда. Бердайн. Федоров пен. Пылаев на ТД. Федоров не щеречен ты богом на ТД. Хороший. Жах свой навжатор. Штайгер Федоров. Я Пархоменко. Шайба на борт. Там Урлава кетті. Федоров. Федоров как парт на пас. Шапарев. Шапарев же не мозга ксвота. Можно этот эпизод назвать от греха подальше. Да, Данил Кадочников добрался до шайбы, прикрыл ее и дает возможность смениться обоим коллективам. Но вбрасывание по-прежнему будет в зоне хозяев площадки и СРК будет цепляться в лице Саян Данияра и его партнера. Евгений Гасников будет противостоять 77-му номеру. Уже неплох на точке вбрасывания через сбор в среднюю зону. Теперь Сарарке нужно выйти и войти в зону. Заброс пошел. Анохин забрасывает шайбу. Шин борется в углу площадки. Шайба достается снова Гаснику. Но здесь Анохин дублирует заброс. Снова Гасников. Гасников очень грамотно уводит шайбу. Но есть проброс. Выигрывает Холькин эстафету у нападающего под номером 69. Команда Кулагер. И проброс. Есть возможность смениться. Посмотрим, выйдет ли четвертое звено у Сарарки. Да, никаких трудностей не испытывает Петри Скудера. Появляется Денис Чапаров. Там тоже хороший коллектив. Антон Злобин и Владислав Сайко 15 номера. В коллективе Сиксна. Сиксна. Словно железная стена на синей линии. Сиксна бзиком двуреченский Норнан Шелвотер. Вот смотри, Алмаз. В любой другой ситуации праворукий защитник пустил бы шайбу по борту от греха, да? А тут товарищ, у которого опыта, мама, не горюй, он еще успел осуществить бросок по воротам. Это опыт. Че, басом кутирп я? Да, ходна голова-то.
Сарыарқа командасының капитаны. Снова он решает. Закарлюкин қайтадан бүгін қараншы қаншама энергия бар бұл шабушыда. Злобин хорошо. Илья Ахметов қайтадан скамейкада, бірақ шықпай отыр. Енді Иван Казаченконы бір ретте мұзда көрген жоқпыз. Лагерь сапындағы 3-5-тікпен ойнаватыр. Қайтадан ысқырық. Қайтадан асыра лақтырыс. Егор Агиенко алдарыңызды. Анисимов. Форманың элементтері қазір мұзда жатыр. Қалтасын алып кетті бас төреші мұны. Нет проброса, очень интересно. Явный такой проброс был. Рыжий. Очень аккуратно парашютиком в зону. Закарлюкин и Лызин стараются здесь за атаку зацепиться. Закарлюкин хороший разворот, но его переигрывает Анисимов. Алдабергенов, Беляева вперед. Крупногабаритный номер 19 команды СРРки теряет шайбу в нападении. И Штайгер сольный. Забег через дальний борт, шайбу в зону. Шульга, кстати, очень хорошо смотрится в коллективе СРРки. Он совсем недавно еще играл за Кулагер. Ваулин, хороший перевод, и здесь, ух, курьезная шайба могла зайти в ворота. Не состоялась пока. Артоменко старается зацепиться, но не удается. Ваулин снова на шайбе. Хорошее торможение здесь пылает. Раскусил 63-го номера и поджал его возле борта. Волков. Но здесь под серьезным прессингом снова оказывается Кулагер. СРРК нагнетает обстановку. Первое звено появляется. Федоров подключается к нему. Холькин. И здесь борьба за шайбу. Камбулов выводит ее из зоны. Ваулин пока еще не покидал площадку. И уже вторая минута пошла. Возможность СРРки зацепиться в зоне. Снова уже Даниар Саян появляется. И Сиксна. Вот так вот. А хоккеисты Кулагера еще не сменились. Возможно, сейчас даже придется уходить на проброс. Возможность СРРки сейчас. Обстановка напрягается в зоне Кулагера. Гасников, вот такой точной передачи. Хорошо. Да. Вот сейчас может Белашов момент получить. Никита Белашов не так часто выходит. Қалай болса да қазір ауысуға мүмкіндік берді. Белашов қазір өз әріптестеріне. Ничего получается сейчас атака Кулагера. Белашов цепляется, но... Никита Цепки, товарищ. Ой-ой-ой, беттенде отыр Кирилл Старцевке. Офсайд. На тоненького сейчас там удар по клюшке был, да, от Кирилла Старцева? Мен қарап үлгіргенде беттен тиген секілді Кирилл Старцевке. Есть даже совещание. Қазір қайталап көрсек болушы еді. Қазір ақылдасып атыр төрешілер. Вторая клюшка за игру Кирилла Старцева. За Карлюкин. Чапаров. Сайко. Сайко, рыжий бортпен. Шайба орталанда. Волков там организовал трамплинчик. Рыжий, хорошая передача, четко. Попова, Волков, Попов. Ух, здесь не точно. Закарлюкин не успевает. Злобин, он лаптал пас. Чапаров. Злобин. В
Алексей Закарлюкин снова уходит даже от силового приема Беляева. Костюреш кедергі болды, және де жақсы ашылды. Бұл жерде көрмей қалдым, кім қазір? Никита Анохин ашылған. Хорошо, Кулагер сейчас разыграл среднюю зону и оказывается в атаке клуб хозяев. Как Волков со своими габаритами вот это вот все исполняет, остается на ногах. И как он стоит корпус, посмотрите. Ух, Лызину здесь достается. Анисимов, сол қаптауға пас, Беляев. Беляев қақ палдында рикошет тенген Кадышников ойынға кірісіп отыр. Бізде коммерциялық үзіліс, демалайық. Александра Винокурова. Настроение шикарное. Плей-офф. Четвертая игра. Противостояние с РРК Кулагера. Кто к нам сегодня и только сейчас присоединился. Для вас информация 2-0. За 5 минут первого периода с РРК забросила 2 шайбы, после чего Кулагер свою игру нормализовал. Но были еще моменты у хоккеистов в желтой форме. Проиграли по статистике хозяева первый период. Сейчас неопределенная такая игра, но все время в зоне Кулагера. Серьезных пока. Ин статистика за рекет за саган за 6 минут. Аскром да ойнат Кулагер. Ну калай болса да басындыл арагандылыктарда. Казерде Шапарев шабулда. Шапарев, Пархоменко. Казер Гасников то клад вотер. Шапарев. Я шадырландыз кешеде борттар. Күштігі әдістер көп енді ойында. Гасников шығар отыр. Борт пен шайбыны және асыра лақтырыс. Игнат Холькин алдарыңызда. Алексей Рыжих. Дәл плей-оффтың алдында Флагер сапына қосылды. И снова противостояние Гасникова и Даниэра. Посмотрим, кто же выиграет. Теперь это вбрасывание. Теряется часть амуниции даже после этого вбрасывания. Ну. Падает Рыжих. Ну, с таким прессингом, конечно, тяжело. Тяжело совладать. Но пока находят ключи Кулагер, как сдержать натиск с РРК. Тут хочешь, не хочешь, профессиональное хоккей. За счет здоровья с РРК просто держит такой высокий прессинг. Ух, какой момент! Пас рукой, конечно же, да. Вперед отправлял Холькин шайбу. Еще получил микротравму в контакте с игроками Кулагера. Смотрим. Здесь упал. Ну и Даниэр на всякий случай пробивал с неудобной. Но была поднята. Ну, в стиле карате. Падение 22 номера с РРК. Жоқ, мен таңғалдырып атқаны бұл жерде. Бізде 20. Снова высокий прессинг. Кулагер қорғаушысын айтам. Жай қолын көтеріп, қарап отыр қалай. Қақпаға шабуылдатып атқан Сарыарқа ойыншысы. Қосу керек аяғын тоқтатып отыр. Злобин оларда.
Злобин Чапаровқа пас, Чапаров арғарай. Бұл жерде енді сырық жоқ, Старцев. Не было нарушения. Жай ғана құлагердің шабуылдары. Қазіргіде көріп отырмыз, тек қана жай аймаққа шайбыны Сарыарқаны салып отыр. Беляев. Беляев. Бұл жерде Штайгерге қарсы Волков. Волков қателесіп отыр орта алаңда. Штайгер. Жоқ, Ваулин бірінші болды. Алдабергенов. Алдабергенов. Я Беляевке пас. Былаев қазір көмектесіп отыр өз қорғаушыларына. Волков, Рибаконов. Жылдамдықтарын қосып отыр қазір. Лагер. Лызин. Ну вот снова звено Лызина. Создает какие-то моменты. Но пока нет бросков. Тут бы зацепиться за позиционку. Перехвачена шайба. Шапарев. Волков. Волков снова там немножко брака в передаче. Коньком Белашов пытался вывести. Вот сейчас на Белашова передача. Никита Белашов. Хороший момент. Неплохо. Неплохо. Против Сиксна действовал 71 номер команды Кулагер. Но все-таки капитан команды Сарайки справился с этой ситуацией. Шайбу через бор в среднюю зону. Теперь Кулагеру нужно опять. Здесь неточная передача Белашова. Сейчас такой небольшой сумбур. Но вот все утряслось. И теперь контратака Сарайки. Шин. Шин по правому флангу. Шин. Всегда опасно, когда Александр шайба. Какая передача на Демина. Оставляет его в неудел. Демин с неудобной. Полез на пятак. Хотел переигрывать уже голкипера, но не удается. Наброс от синей линии. Хорошо, хорошо. Сейчас СРРК нагнетает обстановку. Не доходит шайба до Демина. Гасников с одной перчаткой. Там часть амуниции лежит на линии ворот. Сейчас есть возможность у Евгения подобрать ее. И снова, снова быстро на Злобина. Демин. Демин. Данияр. Хорошо, хорошо. Сейчас все получается у Сарарки. Возможно, если доведут до дела броска. Главное держать вершину. Все броски будут идти. Из угла площадки не будут бросать. Карагандинцы. Вот. Момент броска Беляева. Нет, это Шапор. Чапоров бросал. На Чапорова. Чапорова выводили на бросковую позицию. Кадочников вышел из ворот. Брат-то шахпает шайба. Свалда казыр. Лагер Беляев. Где? Чапоров попас. Чапоров Сайко. Сайко кеше өзін бірінші бестікте жақсы көрсеткен. Енді Анисимов пен Алдабергенов пен пай алуға енді жақсы мүмкіндіктер бар. Не қақпаға дейін соққа жасап отыр Құлагер. Найдеміз, найдеміз. Әзірі площадке. Я шында да. Біраз шаршады Құлагер ойыншылары. Бұл жерде Дюминнің я ойынтаяғын кері жағынан жақсы соққа. Генеральным спонсором Прохоккей Лиги является компания «Паримач». Компания «Паримач» — онлайн-букмекер номер один в Казахстане. «Паримач» — играют они, а побеждаешь ты. Анисимов против Закарлюкина. Бірінші бестіктер алаңда. Екінші жеңіп отыр нүктеде Құлагер. Еще один бросочек в копилку. Я оларды енді бір қолдың бармағымен санауға болады қазір соққыларды. Анисимов, Анисимов! Энди, шайба! Как да, пода! Двуреченский, смотрите, молодой проспект. Константин Двуреченский, который практически третий раз всего лишь появляется на площадке. Я бірінші гол плей-оффта ол арене. Екінші пай. Да, и ассистент уже у него ассист есть. И теперь Константин Двуреченский отметился заброшенной шайбой. Поздравляет его. Жирмадағы хоккейші. Его опытный коллектив. Жастар командасының көтерілген. Жирмада.
смотрим. Енді бұл жерде соққы болған жоқ, түртіп қалды. Константин шайбына. Егор Анисимов енді Денисмен жауап. Бұл жерде момент жасады. Кадочников помешал Попову вытащить эту шайбу. 3-0. Ну, предыдущая атака ЦРРК выявляла, конечно же, лидера и возможность забросить, но не удалось. Там практически 2 минуты в зоне соперника держали, но только сменившись свежими силами, забросили шайбу. Сиксна, ох, какая подкидочка с неудобной, вы посмотрите. Талантливо, конечно. Передача по борту на Пархоменко. Гавриленко теперь в паре с Сиксна. Ну вот, Двуреченский. Вот вам, пожалуйста, заброшенная шайба. Коммерческая пауза. Силовой прием против Эрика Алдабергенова. Рибаконов отправил в нокдаун 7 номера. Ну, как бороться с этим? И что нужно предпринять, если защитники 4-го звена номинального у Сарарки с метра забивают шайбу? Полное взятие инициативы под свой контроль от Сарарки. Выливается в заброшенные шайбы и в графе 0 от Кулагера. Тяжело приходится петропавловскому коллективу, но есть атаки, есть вот такие вот вспышки своей воли. Ну, очень хорошо, но высота удобная для Каратаева. Бросок из-под защитника всегда неудобно для голкипера. Не видишь ни глаз соперника, ни его размах, а только вылетающую шайбу из-под своего партнера по линии обороны. Использовал свой шанс своеволен. Я думаю, дальше бы развить ему атаку не дали. Очень хорошо играет в защите сегодня хоккеисты в желтой форме. Чапаров на точке бросания против Закарлюкина. Алексей сегодня старается брать все злоби точки вбрасывания. Злоби у нас, да. Кызылы форма на элементы бар өзі. Көзге көрінер енді бұл. Анохин. Әкәз қорғаушыларда алға ұмтылып отыр Сарарқа командасының. Чапаров. Чапаров жақсы пас енді көк жолақтан қазір. Жақсы соққы болды Злобиннан. Тактически и очень красиво это выглядит. Закарлюкин, Старцевке. Я жермиотер, казар, пачиндялов. Выглядит это ответ неорганизованный, конечно, сейчас был у Кулагера, но есть домашние заготовки. Смотрим, Беляев, сброс на вершину, возможность расстрелять. Ух, Болжерде, Кадочников. Задом Кадочников. Жахса, сейф. Жасавотер. Я подшиндялов кетті, бірінші бестіктен, және де мүлдем ойын жүрмей қалды. Ну, тут даже дело не в самом Артеме Подшиндялове. Я думаю, что здесь, в принципе, Кулагер не готов сейчас к такому сопернику. Я могу назвать это только «мы веселились как могли». Это поддержать хоккеистов Кулагера, потому что... Кулагер. Лызин, Мазда. Двуреченский нарушает правила. Отправляется на 2 минуты. Поехал Кулагер. И розыгрыш большинства будет за коллективом петропавловской команды. Я думаю, что это будет Лызин, Пылаев, Волков. Потому как они его и заработали. Больше всего заметно это звено. В атаке чаще всего они цепляются. А, ну вот Попов. Попов, Пылаев, Лызин, Волков, и один защитник в таком формате. 4 нападающих, мобильные ребята, небольшие ростом. Ну и
Кузнецов Шахтамай. Мне момент. Момент и шайба в ворота. Шайба как подай. Добивание за Евгением Лызиным. Евгений Лызин. Ну, Ханша, 5 секунд керек болды қазір Кулагерге. Артық құрамда. Расслабился. Жасауға және де есеп. Қысқарды бізде. Штебер. Екінші гол плей-оффта. Енді үшінші пай жинап отыр. Өз қоржынына Евгений Лызин. Ну, честно, Женя радует и его игра, вообще его самоотдача за этот клуб. Евгений Лызин, конечно, для меня открытие. Я помню его еще по игре в команде Темиртау. Евгений Лызин сезонның аяғына қарай ашылды лагер сапында. Хороший, көзгерсіп. Мобильный, скоростной нападающий. Добивается своего сейчас на пятаке и нерасторопность защиты. Жақсы көңіл күйде Владимир Суслов. Караганды приводит к пропущенной шайбе. 3-1, но есть какие-то нюансы по ходу по окончательному объявлению. Ну, поздравляли Евгения Лызина, конечно. Посмотрим еще раз в этом эпизоде. Нам есть возможность посмотреть в замедленном действии. Ох, так это не Лызин, так это Попов. Так это Попов забросил. 67-й номер. Записана шайба вообще на Владимира Волкова. Абсолютно нет разницы пока. Что было, то было. Теперь продолжаем дальше. Своеволе неточную передачу, хотя есть шанс за атаку. Алдабергенов. Несмотря на нокдаун, уже пришел в себя Беляев. Хорошо стоит корпус Алдабергенов. Вот и 40 в привычной себе манере. Шайбу по борту передает. Кстати, для хоккеистов борт — это 6-й полевой. Что, неужели нарушение? Покатил нас. Это Никита Белашов нарушает правила? Упустил я этот эпизод, но за подножку. 71 номер команды Кулагера отправился на 2 минуты. Казалось бы, дают шанс, выпускают поиграть. Но не видно желаемого. Были всплески. 71 номера. Теперь он оставляет свою команду в меньшинстве. Бригада большинства первая. Я шықты Ваулин, да, қазір бірінші бригадада. Ваулин, Шин. Қазір басынан бастау отыр шабылда. Пархоменко, Ваулин. Злобин. Оптауға Злобинге, Злобин. Сейчас Пархоменко шайбы. Злобин останется. Енді ешқайда асықпайды қазір Қарағанды. Ваулин. Пархоменко. Шин, Шин, қазір қателесіп отыр. Александр. Енді қазір 2-1-ге шабуыл. Пас беру керек. Ну, напрашивалась тут проба на передачу, потому как праворукий Старцев мог завершать эту атаку. Я думаю, ослеплен немного Владимир Волков своими двумя заброшенными шайбами во вчерашней встрече. И пытает удачу, испытывает ее. Не стал даже рассматривать возможность подкидки на Старцева. Астымен қазір мұзбен жіберсе шайбыны. Бұл жерде қазір мүмкін Каратаевтан рикошет болшеді. Бірақ та үстімен жіберді. Алмаз, для того и существует вот эта подкидочка аккуратная, которая переносится через все клюшки, которые встречаются на пути, и ложится на пятак партнер. Профессионалы умеют это делать. Я считаю, можно тут попробовать. Тут и без подкидки можно было понизу нанести бросок. Ну вот видите. Ну, опять же. Давайте посмотрим. Это вторая бригада. Мы тут как теоретики сели рассуждать как можно, как нельзя. Но. Ну, со своей колокольни почему не порассуждать? Вот человек, который делает очень много. Очень. Я бы даже сказал, это, если не считая Петриса Скудры, это вершина айсберга команды Сарарка. Такая большая глыба. С очень модными, это не вершина, с очень модными это усами. Бленда. Сарархан фундамента. Ну вот, вы меня даже переиграли в этом шуточном факторе. Эдгар Сиксна делает очень много для победы команды СРРК. Я думаю, если Сиксна в этом году перестанет в конце сезона участвовать за этот клуб, то это, конечно, огромная потеря. Великолепен просто Сиксна.
Неше, сиксна, жирма тоғызда. Әлі ерте. Бітіруге деп ойлаймын да. Вот его фишечки, я, хотя вот он сегодня забил щелчком. Вот, еще один бросок и шайба в ворот. Вы посмотрите. Это, ну, камера не успевает уследить за шайбой. Я дубль. Я считаю, что этот человек не менее уровня КХЛ. Это просто счастье для нас с вами лицезреть игру. Кандай казыр, каранш Виктор, бұл жерде андай разгон алып өзі қалай кірген Эдгар Сиксна, бұл жерде бәрлігі. У Кадочникова не было шансов. Бұл енді үйдегі дайындаған бір комбинацияның бірі. Не беручка. Сиксна оңғаптауға пас берді де, барып жылдамдығы алып, етіп орта алаңға шыққан болған. Дубль. Және де әдемі гол. Оқтай соққы. Онымен енді Данил Кадышников тосқауыл бола алмады. Ондай соққыға. Есеп 4-1. Приятно, приятно. Артем Подшиндялов. Артем Подшиндяловқа тур фирманы ашып, бір путевка іздеуге болады енді. Білмеймін енді, 3 минут, қанша, 24 секунд. 4 минут қалды бізде. Осы ойында ойнауға, бірақ та көрейік енді. Шанс бар әлі. Бір кішкентай болса да бар. Чапаров. Ой, қақпа орнынан кетті. Сдвинутый ворота. Хорошая атака. Сарарки позиционная такая. Мне. Разбегается подкидочка. Бум! Без шансов. Бұл жерде Антон Злобинде. Ну, это домашняя заготовка. Да, қақпашыны жауып. Фундамент не бросает, а вот глыба, вершина айсберга, замыкает. Всю, ну и здесь, всю конечно, эту хладнокровную схему. Смельчак, конечно, Антон Злобин, поскольку перед воротами-то есть маленький шансик, что он шайба-то и в тебя попадет, поскольку тут пушечный удар там. Да, я думаю, там особого переживания у Злобина нет. Ребят на таком уровне уже самообучены, так сказать. Они этому не обучают в школе. Ну, как закрывать и брать шайбу на себя просят, но этому обучаешься ты сам. На таком уровне, как Злобин, я думаю, как СРРК в целом, нет сомнения, что возьмет что шайба попадет, и он это переживет. Я думаю, не боится таких эпизодов. Двуреченский неплохой момент для 23-го номера. Закрыл он зону, выход. И на пятаке оказался. Вот смотри, как играет Сарарка. Смотри внимательно. Двуреченский дежурит на пятаке. Уверенно играет в нападении. Ваулин. Такой бросок с полуразмаха. Демин первый на шайбе. Курия. Жақсы ойнаватыр Дюмин. Әртесіне пас. Я қысып тастады. Сарарқа қаз өз қарсыластарын. Не осылай. Әдем ойна балдап жатыр. Сикснан пасы және де сынып отыр. Сарарқа ойыншысында ойынтаяға. Күлге остался без. Без главного ингредиента. Жасай алмады осы қарымта шабулдан. Лагер. Передача до него доходит. А, нет, это Федоров уже отдал клюшку Шульге, по-моему, да? Да-да-да, Федоров ушел на смену. А шайба дошла до Федорова, Анисимов, который уходил на скамейку. Закарлюки, гадские газер. Нет, Федоров там. Жоқ, бұл жерде Алда Бергенов. Гадзи засаған. Беляев. Сам бросает, сам. Охота отметиться Кириллу, конечно. Вчера пропустил он встречу. Хотя можно было отдавать здесь на Алдабергенова. Ну и что? Какие вопросы? У Игната Холькин, 22 номер, отправляется на 2 минуты прогревать лавочку штрафников на арене Александра Винокурова. А там лавочки прохладные. Бывало, что прогревал сам лично их. Так что, я вообще не знаю, где-то бывает с подогревом, нет, но это даже не имеет никакого значения. Илья Рыжий,
Евгений Лызин что-то обсуждают. Заряжен 55-й номер команды «Кулагер». Свои эпизоды он сегодня неплохо играет. Много работы падает на его плечи, потому как он немножко потеряна линия обороны «Кулагера». Это если смотреть на счета против «СРРки». Волков, Лызин, ну, именно этой компании доверяет сейчас Владимир Иванович. У них хорошо получается. Ух, Пылаев тут. Пылаев неплохо. Волков. О, есть момент, там, по-моему, Попов получает по лицу. Лызин бросает. Выцеливал там снайперский Евгений. Получает по лицу. Похоже, еще и не обойдется без крови. Тщательно за этим наблюдает Владимир Суслов. Вылазил на пятак. А, ну здесь рукой его Чапаров приземлил ко льду. Ну и разбор полетов вместе с Владимиром Ивановичем и Владимиром Сусловым. Что получил по лицу Попов, это точно. А каков формат нарушения? Будут его просматривать или примут решение напрямую? Сейчас идет прямое совещание коллегии судейской. А Алмаз Кабенов уже умчался вылавливать кого-нибудь на флеш-интервью. Вы не уходите далеко после конца второго периода, каким бы он ни был. Чем бы он ни закончился, для вас один из профессионалов, один из бойцов будет давать живое интервью. Золотой свисток Владимира Суслова говорит о том, что в прошлом году, по-моему, в прошлом сезоне Владимир Суслов являлся главным судьей, кого награждали. Лучшего дали Владимиру. Владимир Иванович удручен. Ситуация счетом, конечно же, не нравится это Копыловскому. Ну да, здесь жестковато обошелся Чапаров против своего соперника. Нокдаун. Ответ за Алдабергенова. Только получает не Рибаконов, а Попов. Ну и не быстро. Примут решение. Напомню пока, что всему это зрелищу спонсор компания Parimatch. Parimatch онлайн букмекер номер один в Казахстане. Parimatch играют они, побеждаешь ты, а просматривают главные арбитры. Отправились они этим заниматься. Ну там, я думаю, уже все готово. У видеосудьи. Фан-клуб команда «Кулагер» держится на позитиве. Получают удовольствие полное преимущество, конечно, явное команды гостей. Приятно наблюдать, откровенно вам скажу, за хорошим хоккеем. Жалко, что «Кулагер» здесь сегодня не готов пока противостоять такой игре, ввязываться в такую борьбу. Конечно, первые игры это показали. Бился «Кулагер», проявил характер. Ребят все выкладывались на 100%, теряли здоровье. Сейчас многие просто переживают на трибуне. Нет возможности помочь своему коллективу физически. Помогают духовно. А главный арбитр продолжает просматривать. Ну, мы-то с вами видим с этой камеры. Здесь Пылаев, конечно, задумывал неплохо. Ну, в пылу страсти. Это не специально, конечно же. 15-й номер СРРки наносил левый хук. Но хук четкий. Сразу потерял реальность 67-й номер команды «Кулагер». Снова великолепные болельщицы, хорошее настроение, хорошая музыка. Арена Александра Винокурова встречает
Сары Арку с распростертыми объятиями. Желанный хоккей сегодня. Представлен нам с вами. Ну, микроматч второго периода, он же скоро закончится, пока 2-1 в пользу команды гостей. 2-0 в первом периоде, 2-1 во втором. Единственная шайба, это непонятно, на кого записали. Вроде бы Попов забил, но объявили Владимира Волкова. А поздравляли вообще все Евгения Лызина. Вот такая вот шайба неоднозначная от Кулагера. Но шайба в большинстве, заброшенная за 5 секунд розыгрыша большинства. Ну и огромное доверие сегодня и вчера к звену Пылаева у Владимира Ивановича Копыловского, где себя проявляют и Женя Лызин, и Владимир Волков. Ну все, решение принято. Уверен в своем решении Суслов. Доводит он это до ступака. Платочек аж понадобился Михаилу. Хорошая игра, хорошие скоростя и судьи тоже потерял. 2 минуты. И формат 5-3. Под занавес второго периода возможен микроматч в форме 2-2. Девушка Артем Подшиндялова, не знаю, насколько легальные их отношения, но знаю, что это спутница Подшиндялова. Чапаров присаживается к своему партнеру Игнату Холькину. И два коллеги отбывают холодный штраф. Пылаев, но и его бригада по-прежнему на площадке. Пылаев сам, хорошая улитка, и расставились. Попов принимает участие все-таки в игре после нокдауна. Лызин, неплохой перевод. Ай-яй-яй-яй-яй, здесь по череда отскоков после передачи. И Кузнецов на шайбе. Еще минута 0-5. В формате 5-3 здесь нужно бежать, цепляться. Шурге нужно переводить на Анохина. Анохин сильно по борту. Нужно сжигать лед. Двуреченский. Есть доверие с Кудры таким ребятам в формате 3-5. Ну, конечно, откровенно дает главный тренер Сарарки играть хоккеистам. Доверие проявляет к молодым спортсменам. Кончился второй период и нет заброшенной шайбы. Давайте дождемся Алмаза и флеш-интервью. Очень интересно. С пылу и жару. Пирожки в студию. А вот из хоккеистов Кулагера, я думаю, будет цеплять Алмаз. А мы, нам с вами остается только дождаться, после чего мы получим желаемый отдых. Хороший второй период, результативный, но в пользу гостей. Упрощает свое преимущество Сары Арка 4-1. Старцев, я думаю, в роли капитана принимает просмотр, принимает решение Суслова и Михаила Ступак. Карина Есиналина дает объяснение Михаилу Ступак по каким-то эпизодом. Генсекретарь, на минутку. Алмаз, вам слово. Подводим итоги второго периода. С нами нападающий команды Кулагер Кирилл Старцев. Почему не удается забить, Кирилл? Ну, не знаю, команда соперника хорошо в обороне играет, вратарь хорошо играет. Ну и нам нужно реализовывать моменты, конечно, более концентрированно подходить к этому, к этим, ну, ко всем эпизодам, что касается взятия ворот соперника. Ну, мы сегодня по игре смотрим, первого не получается много что у первого звена. Вот. Сильно ли повлияло на игру выпадение Артема Подшиндялова? Да, это плей-офф, как бы, тут ребята выпадают и все бьются, тут как бы, не знаю, повлияло, не повлияло, я сейчас не могу сказать это потом, когда уже анализ будет, но мы просто работаем, бьемся, стараемся, делаем все, что в наших силах.
Желаем удачи. Давайте догнать счете. Матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Давай, давай, пошли! Каждую игру готовим что-нибудь новенькое, интересненькое. Стараюсь не пропускать ни одной игры. Я остаюсь без эмоций, потому что все мои эмоции остаются здесь. И мы заразились этой игрой замечательной. А первые эмоции, вот эта вся... Весь вайб, он просто передался. Это просто круто. Это средство самовыражения, это средство для отдыха. Все зависит от болельщиков. Сегодня будет громко и звонко. Адреналин, заряжаешься энергией, всякое такое. Это клево. Серия международных турниров ITF возвращается в Казахстан. С 27 февраля по 12 марта состоятся турниры ITF 40 и ITF 60. Восходящие звезды женского тенниса вновь сразятся на кортах столицы. Город Астана, национальный теннисный центр Билайн-Арена. Вход свободный. Смотрите трансляцию на телеканалах Каспорт и Инспорт, а также на сайте ktf.kz. За наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Пари матч. Және про хоккей лигасы. Женіске қуатталған. Пари матч. Және про хоккей лигасы. Женіске қуатталған.
Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Про хоккей Лигасы. Третья игра в рамках плей-офф между рудненской командой «Горняк» и командой «Хумо», город Ташкент, Узбекистан. По ходу этой серии «Хумо» приехал лидером. 2-0 было до этой игры. И было понятно, что сегодня подопечные Сергеевича Неструева кинутся в бой для того, чтобы счет этой серии уже постараться сломить в свою пользу. Начали команды играть в открытый хоккей. И вот один из моментов. Заброшенная шайба в меньшинстве. Забрасывает Оскар Юлборисов. Данил Щекин, Иван Канашев ему в этом ассистируют. Справился с первым броском голкипер Роман Смирягин. Однако Оскару удалось протолкнуть шайбу. Таким образом, в первом периоде забрасывает Горняк и начинает уже вести по счету. Интересно было посмотреть за противостоянием голкиперов. Очень много работы сегодня проделали оба. И тем не менее, шайба, заброшенная Денисом Шураковым, делает счет в первом периоде 1-1. С передачи Павла Синявского, Станислава Тункузина. Смотрим еще раз. Нурек также с первым броском справился, однако второй уже парировать не смог. Таким был первый период. Во втором периоде заброшенных шайб не было, однако опасных моментов было очень и очень много. Голкиперы Смирягин и Нурек сегодня спасали свою команду. Из различных положений сегодня атаковали и те, и другие. Смотрим, Утибаев там ускользнул от силового приема. И здесь потерял шайбу из виду Смирягин. Атака, партнеры подстраховали. Здесь опасный момент в исполнении Синявского мог быть. Катков на льду. Защищались оба коллектива очень и очень осторожно. Прекрасно понимали, цена ошибки велика. Немного было удалений в целом сегодня. Больше, конечно, нарушал правила сегодня Горняк. И если говорить о том, каков фактор сегодня сыграл злую шутку сегодня с Горняком сыграло удаление. Удаление в конце третьего периода, чем, собственно говоря, и воспользовалась команда Евгения Николаевича Попихина. Ну а мы продолжаем смотреть за моментами. Синявский попал там под силовой прием Оскара Юлборисова. Юлборисов здесь. Хороший момент. Один из важных моментов в исполнении Ширяева после передачи Оскара Юлборисова. И вот он, решающий момент. В большинстве заброшенная шайба силами Максима Трунева. Смотрим еще раз. Хорошая зрячая передача от Павла Синявского. Максим Трунев был на ваших экранах. Завтра состоится четвертая игра. Счет в серии между этими командами становится 3-0. Статистика сейчас появится на ваших экранах. Да, честно говоря, статистика сегодня лукавит, потому что очень обоюдо острая была игра. Игра была на встречных курсах. Ну, тот факт, что Хумо перебросал своих соперников, наверное, говорит и тот фактор, что Горняк все-таки сегодня больше играл в меньшинстве. Таким образом, счет на табло уже сегодня не изменится. Завтра также состоится еще один четвертый матч в 19:00. С вами были сегодня и комментировали матч Дархан Нурписов. Саволонсдар. И Сергей Панов. Любите хоккей, играйте в хоккей. Хоккей – лучшая игра на льду. До встречи, до скорого. До свидания. Пари матч. Және про хоккей лигасы. Женіске қуатталған. Давай, пошли. Каждую игру готовим что-нибудь новенькое, интересненькое. Стараюсь не пропускать ни одной игры. Я остаюсь без эмоций, потому что все мои эмоции остаются здесь. И мы заразились этой игрой замечательной. А первые эмоции, вот эта вся, весь вайб, он просто передался. Это просто круто. Это средство самовыражения, это средство для отдыха. Все зависит от болельщиков. Сегодня будет громко и звонко. Адреналин, заряжаешься энергией, всякое такое. Это клево.
Серия международных турниров ITF возвращается в Казахстан. С 27 февраля по 12 марта состоятся турниры ITF 40 и ITF 60. Восходящие звезды женского тенниса вновь сразятся на кортах столицы. Город Астана. Национальный теннисный центр «Билайн-Арена». Вход свободный. Смотрите трансляцию на телеканалах «Каспорт» и «Инспорт», а также на сайте ktf.kz. Болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. Пари матч. Және про хоккей лигасы. Женіске қуатталған. Подбегай, налетай, горячие пирожки, арена Александра Винокурова. Статистика второго периода, смотрите, счет 7-11 по броскам, да. Но хоть выигранные вбрасывания в два раза больше СРРК, но микроматч-то 2-1. Да, подравнялся более-менее Кулагер, но я считаю, что это просто экономия сил со стороны команды Караганды. Жоқ, енді соққылардан да бір кішкене жағдай түзілді. 7-11. Еще. Я... 2 минут аз құрамда ойнады Кулагер, және де. Все самое сочное и вкусное на данный момент будет со старта. 5-3 формат. Я 5-3 формат. Алда, демалып шыққан жігіттер. Есть время на то, чтобы забросить шайбу, вернуться в игру. Кумказер. Сократить отставание. Рыжий, Старцев. Закарлюкин имеет полное право находиться на площадке. Старцев, Рыжий. Закарлюкин, Закарлюкин. Старцев! Хороший бросок, исправляется с ним Каратаев. Не смогли почистить так шайбу, чтобы она вышла из зоны. Старцев. Да. Еще раз Старцев! На него играют, да. Со своего офиса шмаляет 21 номер команды Кулагер. Здесь попадание в амуницию, которая защищает голову голкипера команды Караганды. Немножко Денису Каратаеву понадобилась пауза. И Суслов ее организует. Закарлюкин на Рыжего. Рыжий переводит. И такая заготовка. Анохин старается на себя шайбу. Был енді бірінші соқ тогда. Оба броска. Екінші соқ да был, да? Сейчас шлем поправит. Тот самый KD, который написан на... Я меня смотри. Вас кимди один беркет сурит салган. Я вам честно скажу, большинство Кулагера выглядит далеко не так, как оно тренировалось целый год. Сейчас выглядит большинство Кулагера так, как оно забрасывалось когда-либо. Видно, что, конечно же, все заготовки не сыграли, не дали своего... Төртінші ойыншы шықты қазір Сараха командасында, және де ештеңе бір дұрыс Старцевтің екі соққысынан басқа көрсете алмады Кулагер.
енді 5-4 формат. Шығуатыр шайба қазір Рыжийден және де Рандеву. Нурежинский. Дубль Нурежинского! Нурежинский красавец! 23-й номер. Смотрите, что исполняет на таком спокойствии. А, ну, конечно, тут разочарован Данил Кадочников. Домик переигрывает его 23-й номер команды СРРК. Ну и я радуюсь. Я рад очень сильно этому товарищу. Константин Двуреченский забрасывает вторую шайбу. Полное доверие Петриса Скудра и коллектива СРРК этому молодому человеку и есть. Почему? И есть. Ну как он ставит корпус, вы посмотрите, а идеально просто. Ничего лишнего переигрывает. Да, Женя, голдап. Гол все вот от Данил Кадышников-то. Далее. Аях на раз на. Булжерде мне рыжий, идем хотели га. Интересный проспект. Здесь поставили, конечно, партнеры 55-го номера команды Кулагер, ну и в формате 5-4 пропускает. Этого еще не было в меньшинстве. Забрасывает СРРК. Не было в этих двух противостояниях, я имею в виду, на арене Александра Винокурова. Забрасывает СРРК в меньшинстве 5-1. Стихла трибуна, как вчера, когда уже 6-4 повела СРРК. Болельщики замолчали. Нет поддержки, но мы верим в то, что Кулагер еще может вернуться. И остаются еще ребята, авторы, которые могут исполнить. Ну, а от слова ничего не получается у коллектива Владимира Ивановича Копыловского. Здесь выигрывает Петрис Кудра. Казаченко Ваня появился. Ну, слава богу, Ивана Казаченко всегда приятно увидеть. Очень хороший настырный игрок, 24 номер, праворукий Иван. Сейчас за ним понаблюдаем, как он себя проявит. Ну, хоть дали игровое время, а то заявки было, не появлялся. Два периода. Своеволен, Казаченко, Гасников. Такая пара нападающих. Бросок от синей линии, и Кадочников с ним справляется. Незамысловато. Гасников набрасывал. Генеральным спонсором Прохоккей Лиги является Паримач. Паримач онлайн-букмекер номер один в Казахстане. Паримач играют, они побеждают. Сикс на дубль. Двуреченский дубль. Генеральный Алтабергенов. Есепті ашқан болған. Ну неужели Алмаз вы хотите, чтобы Адалбергенов? Алтабергенов, да, сделал дубль. Енді. Почему нет? Я? Көру керек. Приятный молодой человек. 18 минут уақыт бар. Не отказался пойти на флеш-интервью. Почему мне поболеть за него, да, Алмаз? За Карлюкин. Вот кто достоин гола. Но отдает шикарную передачу на вершину. Бар майотер казыр шайба. Ақпаға. Латвон Попов биг соққысы. Айтар отыр бұл соққыны. Денис Каратаев. Міне за Карлюкинің әдем пасы. Дәл ойын таяққа. Бұл жерде енді Поповқа бір кішкене мергендігін ішке настрой келіп осылай көздеу бергенді тоғыздықтарды емес енді бос бұрыштарды қарау керек. Не тағы да бір қателік қазір қорғаныста. Рибаконов ой Злобин отработал там. Штайгер почистил немножко за Рибаконовым, за своим партнером. Злобин, Волков. Волков, конечно, шайқам жүрді. Антон Злобинді. Ешқайда асықпайды. Сарарқа қазір. Форасы енді 4 гол. Қысып отыр шайбынымызға. Данил Кадочников. Неде ойын. Петропавлдық құлагердің аймағында жалғасады. Бір өзгерістер жасау керек қазір Владимир Иванович Копыловскийге. Ох, не хочется мне говорить, но все идет так, как будто и должно быть. Все текет, и все уже с этим согласны. Смотрим на лица хоккеистов. Как бы согласились. Есть еще такие бойцы, которые... Енді соңғы даблға дейін алға ұмтылу керек, құлагерге қалай болса да. Один из бойцов. Я своеволен.
Ну, Казаченко здесь на площадке. Посмотрим сейчас Гасников, Своеволин, Казаченко. Вот такая экспериментальная тройка. Иван Казаченко, Кургем же, наверное, раздевал канал. Да, или Ауров жир, или джутель. Ах-то мне. Анша ек шойм бойы. Шыққан жоқ ол алаңға. Қателес отыр. Своеволин бұрышта. Федоров. Федоров қалдырып отыр шайбын аймақта. Алдабергенов қазір. Ұрлап алды шайбын құлагер ойыншыларынан. Енді көріп отырмыз қазір жылдамдықта. Және де ойын қадағалап отыр. Сары формадағы жігіттер. Алдабергенов. Рыжий харттан итерген болған. Көрейік, офсайд жоқ. Ой-ой-ой, қақпа торна тиді. На двоих. Қазір кім бізде? Анисимов, Анисимов болған. Соображали. Проход. Данилу Кадочникову, но штанга помешала. Заброшенной шайбе. Есть подножка, и со стороны Кулагера один хоккеист покидает площадку. Это Рыжих. Илья. О, нет, не Илья, Алексей Рыжих. Прошу прощения. 44 номер. Отдался на 2 минуты. На моей памяти первое удаление 44 номера. Довольно чисто он всегда играл. Да, здесь чуть-чуть не хватает. Екойншмен без ойнша қарсы қазір я. Леночка. Жырты отыр. Лагер қорғансын. Ну вот не все бьются, не все выходят на площадку отдаться игре. Ну Старцев и Закарлюкин это до мозга костей просто. Профессионалы. Илья Рыжий боец, конечно. Большинство СРРки потихонечку наводит шороху в области ворот Данила Кадочникова. Есть первый бросок. Данияр снова на точке бросания. Леша Закарлюкин может встать, только у него на пути не получается. А сейчас, ух, на Алдабергенова какая передача, он туда в смуту ее шайбу доставляет. Энди Злобин казыр бүкіл ет пен бірге казыр. Суқ жасаған қақпалдында, бірақта қақпаға тимеді. Ну, по хоккейному фэншую порезал передачу Закарлюкин. Алдабергенов. Федоров шайбын аймаққа кіргізді және де орналасып алды жігіттер. Алдабергенов. Сиксна появился на площадке. Здесь отыр Федоров. Сиксна! Кадочников справляется с этим броском. Довольно прямой оказался. Я хит-трик була ма және де өз ойыншысын қазір соғып отыр. Достается здесь Кузнецову. Я Волков. Своего партнера. Волков тиді. Ваулин быстро ревел в стану защитников Петрис Кудра. Один бросок только. Ну, всех обкатывает. Формат большинства. Хорошая тренировка в игровом моменте. Будущая СРРК еще будет участвовать с многими соперниками. И вот Злобин завершает хорошую. Злобин, кандай пас, Федоров-то. Разыгровку, да. Денис Федоров слева сегодня был в большинстве, во всех форматах. И вот передача, и вот праворукий нападающий замыкает. И есть сработанная схема. Одни играли, отложили, другие наблюдали. Екінші гол. Ну, у нас поставьте Лефта. Себя на место коллектива, который сейчас противостоит. В Сарарке чудо не состоялось, конечно же, но... Блин, Штайгер, когда где ты, Казар? 6-1. Не стеда. Ушел. Срезался. Блин, я Федоров даже не лег. Даже не лег, а постарался. В пылу борьбы и страсти принятое решение оказалось неверным. Штайгер остается по-прежнему на площадке. Старцев. Ну почему не дать
молодым ребятам побегать, Владимир Иванович. Я думаю, сейчас осталось только рейн Александра Винокурова посмотреть на игру Вани Казаченко, так как он воспитанник петропавловского хоккея. Давайте уйдем на коммерцию. Алексей Закарлюкин, не железный, перестарался. 28 номер команды Кулагера и отправился на 2 минуты. Евгений Лызин и Алексей Рыжих обсуждают расстановку в меньшинстве. Попов тоже на площадке. Бригада меньшинства. Степанов, Попов. Степанов, Рыжих, Попов и Лызин. Лызин. Есть еще порох в пороховницах. Быстро дело Доброска доводит, только вот он блокируется. Степановым и шайба покидает зону Кулагера, взмывая воздух и запутавшись в сетке. Это Беляев на точке бросания против Лызила. Беляев выигрывает выбрасывание. Ваулин. Пархоменко. Расставил Сорока довольно легко. Пархоменко на своей излюбленной позиции. Беляев. Нет, Александр Шин, да. Это Александр Шин, конечно же. Ваулин. Пархоменко. Шина. Шин. Ну вот здесь отсюда Шин все время может зарядить. Берет на себя этот бросок Евгений Гайсников. Пархоменко сбрасывает на Ваулина. Ваулин на Пархоменко. Хорошо, хорошо держит шайбу Сорока, но пока еще нет бросков. Пархоменко, Шин. Ох, какая передача! Не был готов Шапарев к этому броску. Но хорошо, хорошо партнеры вывели его. Еще одна схема сработала. Уже видели мы это. И опять через Кудра, да. Ну и сейчас... Как жвер, да? Я думаю, мы увидим броски. Второй или первой бригады, уже не знаю. Если здесь Сиксна, конечно, и Даниар, то я думаю, что это первая бригада. Я бірінші бригада, ларны. Сиксна. Бір минут бар, әлі вақыт. Сиксна, қазір кімге? Федоров Хапас. Каждое большинство Сарарки по-своему интересно. Высоко играет Кулагер, не дадут бросить Сиксна. Олдебергенов начнут искать вершину или пятак. Разводят. Секунд, Федоров. Разводят пока игроков Кулагера, заставляют ошибиться, потерять свою позицию. Ну, неточная передача поможет Кулагеру. Волков, хорошая пауза, конечно, тут перегроссмейстеровал. Волков, я Кельвотер вызаймана, хайтадан шайбана. Пылаев был же алс Кукжулахта Ашлган. Данияр. Данияр Сиксна. Сиксна қателігі және қазір Штайгер алған тұлады. Штайгер мен Волк. Каратаев. Волков, бірақ та Волков қадейін пас сеткен жоқ. Я, Каратаев. Сағы отыр бұл соққына. Говорит о том, что не киборг. Третий номер команды СРРК, и против него можно играть. Это человек, и он может ошибаться. Заигрался. Ну, хотел, конечно, вот эту вот подкидочку отдать красивую. Можно было уводить на неудобную и по борту посылать шайбу, да, за, на борьбу. Активно против него играли хоккеисты Кулагера. Да, любой ошибается. Это говорит о том, что люди играют против людей. Нет здесь железных машин. Толк Крамда Кулагер. Попов. Ух, неточная передача. Демин по борту. С
сейф. Штайгер оң қаптауға және бірінші шайбада сар формадағы жігіттер. Сайко. Пробует постоянно Петри Скудра. Видим сейчас Сайко, Демин и Анисимов на площадке вообще с разных звеньев. Ребята ищет тройки перед плей-офф в таком мощном коллективе. Я Сайко киши. Бірінші бестікте де ойнады. Қазір міне аралас бестік. Енді 6-да 1 есепте Виктор. Қазір көруге болады енді қалай. Я думаю, он просто ищет, куда применить Владислава Сайко. Все-таки забивает человек. Нужно определить ему партнеров. Анисимов и Демин — это действующие хоккеисты СРРки. Пожалуйста, вот вам игровое время. В рамках плей-офф лучше не придумать, где искать схемы и расстановку спортсменов. Пархоменко. Бросал, но не опасно, да? Что, Пархоменко пас деген был жерде. Шапарев. Двуреченский разбил. Я ашылған Шапарев, бірақта. Двуреченский в нападении играл. Жау отырды оны қорғаушы. Двуреченский, что, получается, у нас нападающий. Почему его защитником? Да, ну все, понятно. Дико извиняюсь. Константин Двуреченский. Сезонда бізде лимитчик болған шығар, өйткені М деген заявкада әрі ту бар. Қазір енді получается Олиев есть. Плей-оффта қазір жастар лигасынан шығармауға да болады, бірақ та өзін жақсы көрсетіп отыр Константин Двуреченский, сондықтан сапта жүр Федоров. Да, за счет индивидуального мастерства очень много держит РРК шайбу. Хорошо двигаются, взаимозаменяют друг друга. Видна тренерская установка и наработка в целом коллектива. С таким рисунком, конечно, у Лагеру тяжело. Тяжело справиться. Все идеально. Все винтики, крючки, шайбочки, все работает. Екінші бестік. Создается впечатление, что желтая машина сегодня играет против Кулагера. Я он дай давар. Есть, конечно, ошибки, но счет 6-1. Что говорить, тикс на наброс. От неизбежности, скорее всего, выбита клюшка. Як? Рибаконов. Рибаконов то обряхтал. Турешки характер был зерде енді. Хорган стажем стил грек. Турешки харамай. Штайгер, я шығармады қазір. Шайбаға е болған жоқ. Қазір сикс на мне тағы да бір соқы. Қазір қала енді үйді жүргендей, өз қақпан алдында жүргендей болып отыр. Сарарқа. Ну вот Пылаев, Волков, Лызин бьются. И в защите даже неплохо играют по позиции. Штайгер, я пас деу керек. Эта пятерка прям держится. Держит. Ну, Лизин здесь пошел в контакт. Не стал бороться за шайбу, хотя можно было. Это офсайд однозначный. Владислав Сайко нарушает правила входа в зону соперника. Ну и вбрасывание в формате 5-5. Все в равных условиях. Закарлюкин против Чапарова будет. Смотрите, да, опять же появляется первое звено, наевшееся. Попов там тоже бывает, то с теми, то с теми, то в большинстве, то в меньшинстве. А тут четвертое звено СРРки выходит, свежее, которое отсидело буквально минуты две с половиной. Отдохнуло. Ну и вот как противостоять? Физически просто переигрывают СРРК. Тут по заявке, даже если увидеть, вот Казаченко два раза у Кулагера появился, это четвертое звено. Илья Ахметов вообще не выходил. Белашов Никита один раз вышел, хорошо себя провел, второй раз удалился и больше не выходит. Антон Свириденко, номер 81, не появляется на площадке. Ярослав Хребков, я уже забыл, когда выходил, тут в начале смены. В начале игры еще поучаствовал и все, присел. Три звена, Кулагер против желтой машины. Нет шансов сегодня, к сожалению, нужно
Но никто не сдается. Я без дела. Мы темис. Хлагерден. Тулпарлара. Алхажи говорит тип. Асра лахтрста. Хлагер. Кадочников наймана. Шайба уралада. Ваулин. Оперативный защитник. Хорошим движением, с своевременными бросками. И в большинстве часто его используют Петр Искудра. Я думаю, это второй. За Карлюки мин Федоров. Ну, где был Ан Федоров? Второй защитник. Пас был в шахта. После Эдгара Сиксна, используемый в качестве формата большинства. Используемый в большинстве. Федоров. Шершаган, Курнуп Турказер. Закарлюкин снова о себе дает знать. Вот кому-кому так. Холькин. В сороке можно заметить этого нападающего. Кто не сдается. Холькин, Гасников, Шарвотер, Шайбана, Казаченко. Ваулин, Джоглин, да, Ваулин, Шилдамдага, Кубрик, Шайбана. Так можно разбудить игру. Ваню Казаченко выпускать, и трибуны будут рады. Мне барабан дауста естілді. Кубрик, Ваулин. Алыс пас. Енді, я асыра лақтырста енді. Наверное, минут за 10. Минут за 10 уже. Первый проброс от сарарки. Күштігәдіс келек балды. Захар Пархоменко. Хакбартында. Не видел он, да, что идет на него силовым приемом. Центральный нападающий. Я естеринский салагетин. Казахстан хоккей федерация с титул дедимюшся пари матч ой на эти нолар женетин сен. Штайгер я. Штайгер там позиция с инди босс. Халга кеткен болган. Рибаконов. Штайгер. Ну вот так по борту СРРК снова высокий прессинг. Я своеволен. Я у вас биг прессинг пен штемести алмада. Хулагердің бапкерлер сапы. Ишқандай бір идеялар жоқ, оны қалай алдайтын. Есть небольшие просветы. Рыжих. В виде броска 44 номера от синей линии. На пятаке-то никто не работает. Для того, чтобы сработал такой наброс, нужно очень так качественно нагнетать обстановку на пятаке у Дениса Каратаева. Ну как туда добраться, если там такие фейс-контрольщики, как Эдгар Сиксна. Гора мышц. Да. Не вовда, возьми, есть керту беру ватерказер. Переиграно будет вбрасывание. Камге пылаевке. Я пылаю в пен Саян Данияр. Где? Вот опять же, да? Кто может зацепиться за атаку? 99-й, 88-й. У команды Кулагер. Скоржок, Казер, копал на пас! Халай Кермеды, Казер, шайба. Волков спасает, сейчас помогает. И Кадочников, конечно, молодец. Выставил щиток. Казер, хайталап Куругарик. Ну, надо понимать, что тут 99-й номер. Команда Кулагер помог своему голкиперу от заброшенной шайбы и избавил Демина от набранных очков в этом моменте. Рыжий казыр Аникпин. Шығарып көрді шайбаны. Кузнецов. Я соңға. Минуттар 4:35 қалды таблода. Okay. Кіміз Чапаров. Это Сайко, это не Шульга. Я соңғы штурмға енді ешқандай арынша қазір моменттер жоқ. Енді Кулагер алға ұмтылады деп. Бес шайба фора бар бізде қарағандылықтарда. Закар Люкин. Закар Люкин, я Злобинді алдап өтті.
Оршхапас, Старцев. Ух, Старцев один пас. Алексей Закарлюкин, хороший бросок. Там Гасников еще верхом попробовал в аккурат забросить. Но не смог переиграть Каратаева. Каратаев всего одну шайбу сегодня пропустил. Агиенко. Втроем сразу хоккеисты Кулагера оказались на пятаке при заброшенной шайбе. Штайгер старается вывести. 3,5 с небольшим минуты остается играть в этой игре и в этой серии в целом. 4-0. Сарарка уверенно идет к победе в первом раунде плей-офф. Мне Старцев там пас, Энди Закарлюкин был где я же. Хороший бросок, чуть выше бы, да? И Жахандык тоже как Куздеген. В область телефона, как говорят профессионалы. Было бы хорошо, конечно. Евгений Гасник, один из лидеров на точке бросания в составе темно-синих. Противостоит Пархоменко, тоже пробует свои силы на точке. Рыбаконов отборолся на славу. Штайгер. Здесь нужно все сделать, чтобы вышла шайба. Как хитро своевольно здесь подбил клюшку Чапарева. Не, Алстар. Федоров Ашлуватер. Бик. Это палдопас. Чапаров. Хороший разворот. Передача по борту. Здесь за нее нужно цепляться хоккеистам Караганды. Красников своеволен. И Барнша Оса. Казар Кызылжулак Кадин. Шабулдары өтіп отыр құлагерде. Штайгер. Штайгер, Волков, Лызин, Гасников. Осындай штык шабулды. Шабулда қазір Волков. Волков, Пылаев. Не ойлап табады екен осы жігіттер. Степанов, Степанов жоқ. Ақпаға тиген жоқ. Волков. Ну, уверенно, да, себя чувствует Владимир Волков, Евгений Лызин, вот Артем Пылаев. Хорошо, вот эта тройка, вот единственный, кто сегодня противостояли команде Караганды. Ну, не прям, чтобы единственный, имею в виду, что у кого получается вот такие позиционные атаки в зоне соперника. Работает тройка. Да. Шин, хорошая передача на Демина. Демин пошел в обводку. Длинная клюшка Степанова ему помешала. Я сонгы 2 минут бізде ойнын сонна дейін деп айтуғады болады. Ух, еще один момент. Және тағы да бір гол қазір кіріп отыр. Ну, Олькин, Олькин, да. Игнат Олькин, номер 22. Забрасывает 7-ю шайбу. Игнат Олькин. В воротах Кулагера. Я бірінші пай. Өз қоржынына жинап отыр Игнат Олькин. Такое ощущение, кто-то сам немного удивлен. Уже не рассчитывал на последних 2 минутах в этой встрече забрасывать. Да, второй номер. Такой недоволен забитым голом. Такой, ну типа, ну, что-то легко было. Прошел. Енді ойын таяғынын кер жағымен. Вообще, на самом деле, схема сработала. Опять же, вот этот вот высокий прессинг, вот это вот влияние физической... физического состояния СРРК, оно играет постоянно свои уставшие защитники Кулагера. Деньги турт бестик пиной на вот арки. Петери Скудран Шакертера. Алиенто Кулагер. Бармен. Умбискса. Алангаш вот. Ну вот Алмаз. Давайте вот это обсудим. Физическое самочувствие команд тоже же напрямую зависит от главного тренера. Ненда Бабкерлер. Нельзя же это там, вот, там, допустим, взять, посмотреть на листочек, кто там у них отвечает за, за ОФП и сказать, что этот человек виновен. Джо, а не бакл бабкерлер сапы, жэнди администрация нда косуга была, дейткен его. В любом случае все ручейки. Массажистер бакл, медиктер бакл хатсаду. Ну это элементы восстановления, тут, конечно же, понятно. Здесь не хватает, здесь почему мое мнение, что не только и игра Петриса Скудера и его коллектива, здесь физическая форма СРРК очень многое решает. Почему? Потому что ну, не хватает состава просто с клубу хозяев. Кулагеру просто не хватает бойцов, воинов и физической энергии просто. Некого, некого. Но и те, кто есть, бьются до последнего героически и
проявляют себя, конечно. Не сказать, что здесь прям убийство происходит, но явная победа карагандинского коллектива, это точно. За явным преимуществом. Есть такое понятие в спортивных состязаниях индивидуального характера. В борьбе, боксе на любительском уровне. Когда соперник наколачивает, вот если хоккейный счет смотреть, из 7-1 уже можно за явным преимуществом отдать за 5, за 6 минут. Но это, конечно, хоккей никто никогда не делает, но в других видах спорта класс превосходит. Тут надо отдать должное, конечно. Все целые полностью радуюсь за Караганду и СРРК. Есть огромные шансы и возможности стать чемпионом в этом году и упрочить свое лидерство в прохоккей лиге. Кулагер, конечно, завершает этот сезон, завершает его достойно, по-мужски. Ребят, все, кто захотели, все, кто смогли, и все, кто не смогли, находятся на арене, все поддерживают коллектив. На самом деле, хорошие ребята есть. Что-то не сложилось. Есть недоработка, кто-то потерял страсть. Возможно, так. Я имею в виду, где-то там у руля. Всякое бывает. Вынуждены просто принять. И, ну, когда ты выходишь с восьмой строчки официальной таблицы регулярного чемпионата, мало есть шансов на то, что ты переиграешь лидера этой самой таблицы. Результат налицо. Через 14 секунд объявят, что СРРК побеждает в серии 4-0. С каким счетом сейчас посмотрим. Возможно, 7-0, так и 7-1 так и останется. Мы вынуждены, конечно, капитулировать. Арена Александра Винокурова в прохоккей лиге заканчивает свое вещание на этих секундах. Алмаз уже умчался туда вылавливать Петрис из Кудры. Я думаю, главный тренер СРРК найдет много чего сказать. Вчера я чувствовал в его лице небольшую такую уверенность и гордость. По делам человек делает свою работу. Человек доносит свой хоккей, выливает его на лед. И мы с вами, как зрители, можем этим любоваться и радостно. Радоваться радостно. Я рад очень за Эдгарса Сиксну, за его две заброшенные шайбы в сегодняшней встрече. Капитан команды Караганды делает свое дело. Уверенно и красиво дарит нам сегодня эту победу СРРК. Победа со счетом 7-1. Победа в серии против Кулагера со счетом 4-0. Первое место. СРРК сейчас уверенно держит. Посмотрим, кто будет дальше. Теперь мы, болельщики Кулагера, будем болеть за СРРК. Тренерский коллектив тоже выходит на лед. Сейчас все маски сняты. После драки кулаками не машут. И поздравления хоккеистов сначала друг дружку, а потом соперника. И главное действующее лицо. Вот, наверное, это фундамент. Алмаз немножко поторопился. Я думаю, что как раз-таки Петрис Кудра – это фундамент хоккея карагандинского на сегодня. А Эдгар Сиксна – это вершина, глыба. Просто глыба. Ну и Руслан Бахыч Чистиналин, руководитель клуба «Кулагер», на ваших экранах. С тяжелым, конечно, лицом, но оно и понятно, конечно, заканчивает. Клуб под его руководством заканчивает свой сезон. К сожалению, конечно, на поражении, но хватило, реально, я скажу, хватило двух матчей. Сил хватило на два матча вот в Караганде. И там, по статистике, конечно же, карагандинский клуб переигрывал Петропавловск. Там во второй встрече реально не хватило чуть-чуть удачи. Ее было немало.
И со счетом 3-4 это самый ближний счет, с которым Булагер противостоял Сарыарке. Финальные поздравления. Алмаз будет долго, я думаю, ждать Петриса Скудру. Сейчас вот это будет финальное рукопожатие главных тренеров. Как бы там все ни было, сейчас поздравления и пожелания удачи дальше. Спасибо большое главным тренерам. Спасибо большое обоим коллективам. Караганде, шикарный хоккей. Арена Винокурова получила приятные эмоции. Высококвалифицированный, шикарный хоккей. Что можно желать? Всего за 800 тенге. Придя сюда и получить огромное удовольствие. Те самые моменты, которых не так много в нашей с вами жизни. А я поздравляю любителей хоккея и тех, кто наблюдал. Поздравляю болельщиков Сарыарки. Желаю вам удачи дальше вашей команде. Желаю всему коллективу, режиссерам, операторам, всем, кто будет работать и трудиться, комментаторам команды «Караганда». Желаю удачи, желаю вам легкой работы, ребята. Желаю хоккеистам выступить на самом высоком уровне. И благодарю за участие команду «Кулагер», хоккеистов, тех, кто остался, тех, кто травмирован, скорейшего выздоровления, благополучия семьям, дети на льду сейчас. Эмоции, конечно, зашкаливают. А мы были с вами, я, Виктор Емельянов и Алмаз Кабенов, наш режиссер Тулеген, Роман, без которого не бывает хоккея на арене, Александра Винокурова. Ну и Алмаз, давайте дадим ему слово. Подводим итоги прошедшей серии «Кулагер Сарыарка». С нами главный тренер Петерис Скудра. Ваши комментарии по прошедшей серии? Ну, во-первых, хочу поблагодарить команду «Кулагер» за эту серию. Несмотря на счет, она была далеко не простая для нас, очень боевитая. Хорошо, что такая серия получилась от ножа. На грани фола, можно сказать, да, с обоих сторон. Это нам поможет в следующем раунде однозначно. Болельщиков хочу Сарыарка поздравить с проходом. Огромное им спасибо, они и здесь были, и поддерживают нас. Что касается самой игры, то сегодня мы настроились чуть лучше, чем вчера. Вышли с первых минут более заряженные, показали чуть больше качества игры. Как я уже говорил, несмотря на счет, это было непросто для нас, но мы гнули свою линию, мы гнули свой хоккей, быстрый, атакующий. Хорошие голы сегодня забили, хорошие, красивые голы забили. Ребятам спасибо. Едем отдыхать, готовимся дальше. Ну, вас ждете впереди, у вас будет большая пауза в связи с тем, что выиграли 4-0. Как будет проходить тренировочный процесс в это время? Да, нам придется немножко отдохнуть, однозначно мы должны немножко отдохнуть, отойти, потому что все равно много энергии, много эмоций оставили в этих матчах. Ну и пройдем один микроцикл работы, подтянем нашу физику, поработаем над какими-то техническими моментами, стандартами, да, играем в неравных составах. Будем следить, как другие команды играть, и уже более точно, уже ближе уже к началу второго раунда будем разбирать уже противника. Петерис, последний вопрос. И кого можете выделить по всей серии в команде Сарыарка и также в команде «Кулагер»? А вы знаете, что касается моих ребят, в каждой игре, наверное, был свой герой. Это такая хорошая командная победа. Если поначалу, да, там у нас были одни ребята, второй матч у нас тройка Лагунова, Пархоменко, Шапарев вытащила, то здесь третью игру, да, Дани Артемин и Шин провели сильные матчи. Я думаю, что это такая хорошая командная победа. Это показывает, что у нас есть не то что глубина, у нас довольно ровная команда. Все могут взять на себя роль лидеров. Ребята молодцы. Что касается «Кулагера», то
то есть, конечно, ребята, Лызень понравился, Починдялов, это лидеры, да, которые ведут за собой, да, там, эти ребята устроили нам настоящий бой, поэтому тоже хорошая такая боевитая команда, и уже повторюсь, спасибо за серию, она нам поможет в дальнейшем. Ну и напрашивается еще один вопрос, извиняюсь. Двуреченский, молодой проспект, сегодня сделал дубль. Что скажете в его адрес? Мы доверяем молодым ребятам. И сегодня Гавриленко вышел, сыграл отличный матч. Двуреченский с нами работает. Я его с прошлого года знаю, когда в январе приехал в Караганду. Очень интересный парень. Да, много работы впереди, но... Хорошие данные, не боится работать. Будем надеяться, что будет только прогрессировать. Он местный парень, мы ему доверяем, он с нами. Выпускаем в плей-офф. Сегодня выходил, играл 3 на 5 в ключевое время. Мы доверяем молодым ребятам. Мы хотим, чтобы они росли, не только умели выигрывать, но они, чтобы они сами становились лучше. Спасибо. Поздравляю с выходом в полуфинал. Вам удачи, спасибо. Спасибо за этот шикарный бенефис. Петерис Искудру имеет полное на это человеческое и тренерское право. Спасибо вам, уважаемые болельщики, за то, что были с нами. Шикарная встреча, шикарное противостояние. К сожалению, оно закончилось. Ну, все остальное впереди. Давайте болеть за Сыроку. До свидания. До новых встреч. Арена Александра Винокурова. К вашему вниманию лучшие моменты в противостоянии Кулагера и СРРК. Это четвертая встреча. 3-0. Хоккеисты в желтом ведут в серии. Ну, что можно сказать в целом по серии? Все силы, наверное, скорее всего, физически отдал Петропавловский клуб в Караганде. Здесь уже на арене Александра Винокурова проявлялся мужской характер. Физики было навалом у хоккеистов в желтом. В этом мы можем убедиться, когда идет война на пятаке. Три человека сразу в желтой форме находятся против трех хоккеистов в синей и Алдбергенов. Первую шайбу в воротах Кулагера оформляет. Ну, вот это просто пушечный выстрел. Эдгар Сиксна доказал всем, что он один из самых лучших игроков лиги. Я даже, наверное, его назвал бы лучшим игроком. Посмотрите, как выводит его команда на бросок и как эта пушечная шайба залетает, не имея никаких препятствий в ворота Данила Кадочникова. 2-0. Еще не раз себя проявит капитан команды в этой встрече. СРРК, как всегда, мчалась вперед, нагнетала обстановку. Здесь Гасников немножко не по правилам остановил одного из хоккеистов СРРК. Алдабергенов имел хорошую возможность, кстати, как раз капитан СРРК его отправил на это рандеву с Кадочниковым. Домашняя заготовка в большинстве в формате, быстро домчался до ворот седьмой номер СРРК. Евгений Лызин, Волков, бойцы, Алексей Закарлюкин, Кирилл Старцев. Многие ребята сегодня в составе Кулагера очень много сделали физической работы, очень часто находились на площадке. В целом коллектив весь бился. Кто не смог принять участие, тот не смог, кто травмирован. Ребятам, конечно, пожелаем здоровья, но битва была не на шутку сегодня здесь. Несмотря на разгромный счет в пользу действующего чемпиона, вот здесь, конечно же, Двуреченский. Порадуемся за Константина. 23-й номер оказывается на острие атаки и завершает бросок. Первая шайба на него записана. О, отлично, дублем. Петр Искудра очень много доверял 23-му номеру. В целом, весь коллектив СРРК сегодня действовал. Вот это единственная шайба в этом противостоянии, в сегодняшней встрече. Смотрите, какой еще один бросок от Эдгарса Сиксна. Одно удовольствие только наблюдать. Быстро нам его показали. Выводили на бросок в большинстве третьего номера и... Второй волной накатывал габаритный защитник. И просто камера даже не успела сообразить, насколько быстро шайба зашла в ворота Данила Кадочникова. Не то, чтобы Данилу сообразить. Вот это розыгрыш большинства Кулагера в формате 5 на 3. Два раза выводили на бросок главного бомбардира, снайпера из этого круга вбрасывания из офиса Кирилла Старца. А вот вторая шайба, дубль Двуреченского. Шикарно.
обыгрывает домик. Вот здесь корпус стоит просто идеально, убирает ошибку Кулагера. Илья Рыжий не дотянулся до шайбы. Конечно, партнеры его немножко подставили. И в меньшинстве СРРК забрасывает шайбу. Здесь Попов имел возможность. Ну, нельзя было списывать там команду Кулагер. До последних минут кисты в темно-синей форме бились сегодня. Ну и вот такие даже проходы Ваулин организовывал с Федоровым. Здесь большинство снова разыграно, и Злобин забивает с пятака. Это одна из схем СРРК, и Петриса Скуды срабатывает. Копилочку отложили до следующего соперника. Заготовку. Смотрим, вот здесь Волков. Волков помешал Демину забросить шайбу, заработать очки. И Ткадочников, конечно, хорошо щиток выставил. В целом были просветы, не сказать, что прям все прям в копилочку для хоккеиста в желтой форме. Боролся Кулагер, но физика сегодня взяла. И, конечно, тренерская игра Петриса Скудера удивляет. 7-1. Победа СРРК в сегодняшнем противостоянии. 4-0. Победа в серии. Уверенная победа лидера чемпионата. Лидера регулярного чемпионата и действующего чемпиона. Пожелаем удачи желтой машине. До свидания, до новых встреч. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Давай, давай, пошли! Каждую игру готовим что-нибудь новенькое, интересненькое. Стараюсь не пропускать ни одной игры. Я остаюсь без эмоций, потому что все мои эмоции остаются здесь. И мы заразились этой игрой замечательно. А первые эмоции, вот эта вся... Весь вайб, он просто передался. Это просто круто. Это средство самовыражения, это средство для отдыха. Все зависит от болельщиков. Сегодня будет громко и звонко. Адреналин, заряжаешься энергией, всякое такое. Это клево. ITF сериясындағы халықаралық турнирлер Қазақстанға оралады. 27-ші ақпан мен 12-ші наурыз аралығында ITF 40 және ITF 60 турнирлері Астанада өтеді. Болашақ дене жұлдыздары Елорда корттарында жүлдеге шайқасады. Астана қаласы, Билайн Арена, ұлттық теннис орталығы, Кіреутегін. Трансляцияны Қазспорт және Инспорт телеарналарында, сондай-ақ KTF.kz сайтында қарай аласыздар. Біздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған.